Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня читаем дополнительную лекцию к курсу «Религиозные мотивы в европейском кинематографе 20 века». И будет она посвящена такой масштабной фигуре Ларс фон Триер, датский кинорежиссер. А почему его не включил в основной курс? Потому что очень масштабная фигура. То есть ему нужно посвятить... Одной лекции явно недостаточно. Значит, в чем его особенность, в отличие от тех режиссеров, о которых мы говорили раньше? Я напомню, что нашими героями были Андрей Тарковский, Ингмар Бергман и Дэвид Линч. Так вот, Триер, он четко топологически стоит между двумя эпохами. То есть одной ногой он стоит на территории парадигмы модерна, не отражает в себе те основные эстетические категории, которые выработала эта цивилизационная парадигма, а другой ногой он уже крепко стоит на территории постмодерна. То есть такой Триер, такой двуликий Янус. Наверное, поэтому он на фотографиях так часто улыбается, вообще любит всячески провоцировать зрителя, обманывать его, аффектировать и так далее. Его резкие высказывания приводят иногда к прямым конфликтам. В частности, его высказывания относительно симпатии к фашизму привели практически к его дисквалификации из мира такого вот серьезного, большого европейского кинематографа. Значит, и для того, чтобы адекватно нам вообще говорить о Ларсе фон Триере, почему я так отлынивал от лекции по его поводу, потому что это требует вписать его фигуру в более широкую перспективу. Только тогда он становится как бы понятным. Нужно еще раз проговорить уже с позиции искусствознания, с позиции истории эстетики, проговорить основные как бы парадигмальные переходы между основными базовыми эпохами цивилизационными, эпохой премодерна, эпохой модерна и эпохой постмодерна. Так вот, нам сегодня придется заняться именно этим, поэтому, возможно, будет несколько чуть более скучный материал, ну, хотя для кого как, на самом деле. И немножко мы поговорим, на самом деле, немножко поговорим про историю живописи. И увидим, что анализ истории живописи позволяет получить нам адекватный инструмент для анализа кинематографа вообще и кинематографа Ларса фон Триера в частности. Итак, давайте кратко еще раз пробежимся по вот этим вот цивилизационным переходам. На самом деле эта тема неисчерпаемая, к ней можно возвращаться еще раз, еще раз, еще раз, потому что очень сама проблематика, которая возникает, когда мы начинаем рассматривать вот эти переходные периоды, она очень масштабная на самом деле. Итак, значит, в ходе наших лекций мы выделили такие три основные антропологические действия человека. Это акт мышления, религиозный акт и акт эстетический. Так вот, если мы будем говорить о христианском средневековье, а именно о нем, с него мы начинаем говорить, это наша точка отсчета, обращая внимание не античность, а именно христианское средневековье. Из этих трех основных антропологических действий, которые мы совершали, человек вообще как биологический вид, он совершает постоянно три этих акта, совершает имплицитно. Он мыслит, он делает эстетические акты, и он волей и неволей, значит, погружен в стихии религиозной жизни. То есть человек может объявлять себя атеистом, может объявлять себя идиотом, может объявлять себя там кем угодно, но он обречен вот на эти три специфических акта. Другое дело, что есть профессионалы, есть профессиональные философы, профессиональные художники и профессиональные делатели религиозной жизни. Но на самом деле любой из нас, и вы, и я, постоянно, ежедневно, ежеминутно, в самый минимальный квант времени текущего, мы совершаем эти три акта. Так вот, как они распределяются в эпоху Средневековья? Однозначно, эпоха Средневековья – это эпоха доминирования религиозной жизни. Соответственно, акт религиозный доминировал. Доминировала теология, богословие, да, и на Западе, и на Востоке. И в парадигме католической церкви, в парадигме Рима, и в парадигме Византии, да. Философия объявлялась служанкой теологии, значит, занимала как бы второе место.
А проблемы эстетики, вообще говоря, в Средневековье не тематизировались и даже не обсуждались. Хотя на самом деле эстетическая история легла в основу одного из самых больших таких религиозных событий VIII века. Это драма, которая получила название, значит, «Борьба иконопочитателей и иконоборцев». Победили иконопочитатели, отстояли право на христианскую культуру в целом, на изобразительный ряд христианской культуры, что было подтверждено на VII Вселенском соборе в Никее в 787 году, VIII век. Итак, почему же эстетические проблемы, хотя они, вот, как мы видим, в VIII веке попали прямо, так сказать, в эпицентр религиозной жизни, почему они никогда не обсуждались, почему они не тематизировались, не теоретизировались вообще? Потому что эстетика в Средневековье занималась совершенно, в христианском Средневековье занималась совершенно особую позицию. Она была абсолютно практическая. Не нужно было теоретизировать. Эстетика существовала как система реальных образцов. Это то, что называется каноническое искусство. Художник созерцает конкретный образец и пытается его в меру своих способностей, в меру своего таланта повторить. Буквально. И сама эстетика воспринималась во многом в Средневековье как священное ремесло. Причем в слове «ремесло» нет той отрицательной коннотации, которая внесла в него новое время. Это было именно священное, сакральное ремесло, практически эстетическое священное действие. Поэтому, когда мы будем читать средневековые трактаты по так называемой эстетике, то они больше напоминают книгу поваренных рецептов, честно говоря. Там, возьми 3 унции какой-нибудь камеди-меди на 3 там, сушеной травой или в каз и так далее. А, собственно, и самой эстетики, как отдельной такой дисциплины, которая бы обсуждалась, так сказать, тематизировалась, ее в принципе не было. В отличие, кстати говоря, от античности, где проблемы эстетики достаточно активно обсуждались. В результате такого, собственно говоря, так сказать, подсознательного существования эстетики сложились две различных эстетических практики. Одна сложилась на Западе, в недрах католической церкви, другая сложилась на Востоке, в Византии. Сложилось два эстетических извода общей христианской цивилизации. Причем они отличались, в какой-то момент стали отличаться уже достаточно сильно друг от друга. Да? Что произошло, это вот в самых общих чертах, что произошло, начало происходить в эпоху модерна. Да? Эпоха модерна, ну, самое начало 17 века, давайте так ее маркируем примерно. Между средневековьем и модерном стоит очень значимая эпоха Возрождения, которая является таким промежуточным мостиком, склеивающим эти две эпохи. Начинает торжествовать принцип секуляризации. Это основной принцип, вообще говоря, цивилизации модерна, принцип разделения. Таким образом, три основных акта – теология, философия, эстетика – начинают процесс расхождения. При этом процессе расхождения все эти три акта начинают трансформироваться. Это очень важно. С ними начинают происходить какие-то изменения. В эпоху Средневековья они были выстроены с доминацией религиозной жизни, с доминацией теологии, да? Уже начиная с Возрождения, все эти три акта принципиальных, они начинают расходиться и самоопределяться. Каждый начинает претендовать на некую самодостаточность. Философия претендует на самостоятельность философского акта и независимость от теологии. Эстетика также претендует на самостоятельное значение. И теология, по-прежнему сохраняя свое доминирующее такое положение, тоже начинает претерпевать некую такую очень сложную трансформацию. Сейчас мы на этом не будем останавливаться, это нас уведет очень далеко. Нас интересует эстетика из этой триады принципиально. Да? Значит, что происходит с эстетикой? Смотрите. Значит, она становится через какое-то время абсолютно самостоятельной областью. И возникает замечательный и знаменитый тезис «искусство ради искусства». То есть эстетика настолько замыкается в себе, что теряет связи и с философией, и с религией. Объявляет свою такую самостийность государства внутри государства. И в то же время возникает следующая история, что эстетика становится
уже начиная там с 19-го, особенно активно в 20 веке, эстетика становится служанкой политики. Возникает феномен политически ангажированного искусства. Да? И мы видим, с, так сказать, в топологии модерна три у нас политических основных системы. Это либерализм, фашизм и коммунизм. И, соответственно, мы имеем таким же образом ангажированное политическое искусство, которое структурно подчиняется либерализму, структурно подчиняется фашизму и структурно подчиняется коммунизму. Итак, возникает политически ангажированное искусство. Что спутало, собственно говоря, все карты в этой достаточно четкой системе? Спутала одна история. Она называется «История реализма, реалистического искусства в модерне». Реалистическое искусство, которое начало проникать, собственно говоря, в область специальной эстетической области, где-то, наверное, начиная с уже в 14 веке, начало 15 века, мы уже видим произведения, которые мы можем, в общем, уже назвать реалистическими. 16 век – это уже время полного расцвета реалистического искусства. Закат искусства реализма – это вторая половина 19 века. То есть мы видим, что практически 400 лет, без малого, или 400 лет слишком, тут, собственно говоря, не так важна как бы вот эта четкая такая хронология. Вообще в истории эстетики четкой хронологии нет, я должен сказать. Доминирует один определенный стиль. И уже в середине 19 века возникает стойкое ощущение, что ничего, кроме этого стиля, нет. То есть 19 век уже не видит эстетику христианского средневековья, не опознает ее, вообще говоря, в принципе. Что декларировал принцип реалистического искусства, который для нас очень важен, потому что он прямо ведет нас к эстетике кинематографа. Реализм декларирует буквально следующее. Художник подражает природе, взятой исключительно в ее материальном ракурсе. Мы сейчас говорим об эстетике изобразительных искусств, в частности, об эстетике живописи. Итак, художник подражает природе. Эстетический объект, который создает художник, картина, фреска, икона, должен имитировать, симулировать тот или иной природный объект, такой изолированный. Возникает замечательный эффект иллюзионизма. Ну вот базовая, собственно говоря, картина, которая у нас икона реализма, Мона Лиза, Леонардо да Винчи. Давайте не будем лениться, почитаем, что написал Джорджо Вазари. Это, в общем-то, один из первых искусствоведов, один из первых людей, который в 16 веке начал оформлять, собственно говоря, эстетику как самостоятельную дисциплину. Посмотрим, как он описывает это полотно, этот шедевр Леонардо. Это изображение всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство может подражать природе, дает возможность постичь это наилегчайшим образом. Ибо в нем воспроизведены все мельчайшие подробности, какие только может передать тонкость живописи. Поэтому глаза имеют тот блеск и ту влажность, какие обычно видны у живого человека. А вокруг них переданы все те красноватые отцветы и волоски, которые поддаются изображению лишь при величайшей тонкости мастерства. Ресницы, сделанные наподобие того, как действительно растут на теле волосы, где гуще, а где реже, и расположение, соответственно, порам кожи, не могли бы быть изображены с большей естественностью. Нос со своими прелестными отверстиями, прелестные отверстия носа – это хорошо, розоватыми и нежными, кажется живым. Рот слегка приоткрытый, с краями, соединенными алостью губ, с телесностью своего вида, кажется не красками, а настоящей плотью. В углублении шеи при внимательном взгляде можно видеть биение пульса. Вот так описывает Джорджо Вазари этот шедевр Леонардо да Винчи. Обратим внимание, что здесь уже подражание природе происходит на таком микроуровне. То есть художник должен не просто, так сказать, как-то изобразить природный объект, в данном случае женщину, он должен передать поры кожи, мельчайшие волоски, мельчайшие полутона, колористику и так далее, и так далее, и так далее. То есть чем глубже проникает художник в микромир человека, чем с большей педантичностью он передает
микрокосм человека, да, включая его поры, его прыщи, его сопли и так далее, тем изображение получается лучше, качественней, тем более оно соответствует природе. А подражание природе есть величайший принцип эстетики реализма. Да? При этом обратите внимание, что человек здесь, вот в этом описании в Азаре, такой конструктор лего, который собирается из маленьких-маленьких деталей, завозков, пор, кожи, значит, прелестных отверстий, каких-то выделений, значит, и так далее. То есть такой, знаете, биологический конструктор. И поскольку возрождение все-таки одной стороной еще относится к эпохе Средневековья, к эпохе религиозной, потребовалось некое теологическое обоснование реализма, иначе он просто не мог бы возникнуть. И, в общем-то, здесь теология пришла на помощь. Базовый тезис звучит очень просто, потому что кто создал природу, весь окружающий мир, кто создал волоски, кто создал поры, кто создал какие-то выделения, значит, пот, кровь, слизь, Бог. Поэтому подражание природе, которую создал Бог, я сделал богоугодное. Да? Более того, даже благочестивое. А философским обоснованием для появления реализма послужила богословская система номинализма. Ее такой, ну, эксплицитный представитель, на которого все обычно ссылаются, ну и мы сошлемся, это Уильям Окам. Францисканский теолог британского происхождения в 14 века, который, у него достаточно на самом деле сложная теологическая система, но цивилизация модерна взяла его один, вот этот такой, так сказать, который стал уже притчей во языцах, практически философский слоган, который звучит буквально так: «Не стоит множить сущее без необходимости». Что подразумевал Окам под этой очень короткая философская реплика. Он подразумевал следующее. Бог непостижим, невидим, неизобразим, сверхприроден. Попытаться понять его – дело бессмысленное. Ему можно только слепо повиноваться, следовать его божественной воле. Не случайно у Окама очень важная категория божественной воли. То есть божественная воля непостижима для человека. Бог абсолютно самовластный повелитель Вселенной. И Бог творит природный, он творит вообще единичные объекты по Окаму, поэтому философия номинализма отдельная. Бог творит кружку, Бог творит вас, меня, человека, компьютер, листок бумажки, комара и так далее. Все это некие единичные акты Бога, абсолютно волевые, абсолютно непостижимые. Между вот этим, этой, так сказать, материальным предметом, который сотворил Бог, и самим Богом, лежит колоссальная пропасть. Она непроходима. Не стоит возводить, вот не стоит двоить сущее, не стоит между чашкой и Богом выстраивать какие-то промежуточные категории. Почему? Потому что их просто нет. Этот философский тезис получил название «бритва Окама», то есть бритва разрезает мир имманентный и мир трансцендентный. Отныне между этими двумя мирами, начиная с Окама, начиная с теологии номинализма, которая восторжествовала в средневековой мысли уже к концу XIV века, а XIV век – это как раз та роковая грань, которая отделяет эпоху Средневековья от уже эпохи Возрождения. И я еще раз напомню вам, что она пролегла через территорию эпидемии, через территорию тотальной эпидемии чумы, которая буквально обезлюдила Европу. Ну, как бы прямые аналогии с современным миром, то есть мы тоже проходим через эпидемию, пока еще не чумы, и мы также находимся в зоне перехода от парадигмы модерна, но теперь уже к парадигме постмодерна, о чем мы будем говорить дальше. Итак, именно благодаря бритве Окама природный мир, мир материальных объектов, мир имманентный, получил свое независимое существование. Чем, собственно говоря, двигался Окам? Вот Александр Григорьевич Дугин пишет, что он как бы размышлял, а в чем соль, собственно говоря, вот богословия, да, такого номиналистического богословия. Почему оно вспыхнуло именно в среде францисканских монахов? А на самом деле-то Окам преследовал благие цели, потому что схоластическое
мир средневековой схоластики, который в основном концентрировался около ордена доминиканцев, да, и который следовал за знаменитым теологом и философом Фомой Аквинским, Аквинатом, он чрезвычайно разросся, и, собственно говоря, вот такое вот реальное благочестие стало из этой академической среды философов-схоластов, теологов-схоластов просто выветриваться, понимаете? А францисканцы стояли на необходимости христианского подвига, на необходимости аскезы, на необходимости следования воле Божией, а не сидения, знаете, в университетских библиотеках, попивая красное вино и пописывая какие-то книжки. Нет, ребята, давайте идите на улицу и докажите, что вы христиане. Собственно, так и делал Франциск Ассизский. В общем-то, такой религиозный революционер. И его последователи, да, францисканцы, в общем, пытались вернуть вот это религиозное горение в жизнь, которое, конечно, охладевало на протяжении всей эпохи Средневековья. И поэтому Окам-то двигался совершенно благочестивым стремлением как бы разрушить все эти ненужные категории, всю эту университетскую схоластику, четко отделить, в конце концов, волю Божию, за которой нужно следовать, и материальный мир. Но привело это к совершенно чудовищным последствиям. Александр Сергеевич Дугин пишет, если он поймал Окама, он лично бы его задушил. Ну, они, к счастью, не встретились, да и не встретятся. Хотя, как знать. Итак. Значит, и именно с этого момента, с этого рассечения принципиального, искусство реализма получает свое богословское философское обоснование. И оно начинает стремительно развиваться. Конечно, история реализма в живописи – это совершенно отдельная большая страница. Мы сейчас не будем ее. Там было очень много ответвлений в реализме. В том числе была попытка спиритуализации. Я бы так ее назвал, спиритуализация реализма. Она возникла в эпоху реформации, когда начинается протестантское движение, протестантское богословие, и художники, которые продолжают оставаться, тем не менее, и в парадигме модерна, и в парадигме реалистического искусства, пытаются вдохнуть в нее некую спиритуальную струю. И это особенно видно в творчестве великих немецких, голландских художников. Ну, добро пожаловать в Эрмитаж, Рембрандт. Итак, к XIX веку, несмотря на все эти попытки спиритуализации, к XIX веку уже такой обыватель середины XIX века, для него искусство реализма было ну как воздух, как вода, ничего другого быть не может, понимаете? Основа всей живописи – это Рафаэль. Дальше мысль не простиралась. Что такое иконы, никто не понимал. Какие-то черные доски, которые, в общем, ну, понятно, что это было некое такое примитивное искусство, которое предшествовало великой эпохе, собственно говоря, реализма. Именно так в XIX веке воспринимали священное, сакральное искусство Средневековья. Как примитивное, в общем-то, практически детское такое искусство. Да? Что происходит дальше? А дальше начинает происходить очень интересное. Очень интересное. Начинает это происходить во второй половине XIX века. Ну, точнее, в 70-х годах XIX века. Давайте посмотрим, что происходит с реализмом. Так, что-то мешает нам. Ну, значит, 1772 год. Все еще уверены, что, в общем, ну, как бы надо изображать полуобнаженных дам на гнедых конях и так далее, чем, в общем-то, успешно занималось реалистическое искусство XIX века. 1872 год, выставка в Париже, бульвар Капуцинок. Часто путают, говорят, бульвар Капуцинок. Бульвар Капуцинок, Капуцинки – это монашеский орден. Именно на этом бульваре в Париже когда-то был монастырь тех самых Капуцинок. Выставка, картина Клода Моне, которая вызвала скандал. Картина называется очень характерно. Впечатление «Восход солнца». На дворе 1672 год, и публика шокирована вообще этой выставкой, шокирована этой живописью. Она вообще, собственно говоря, не понимает, что происходит, что нарисовал художник. Где нашу, верните нашу Монну Лизу, верните Тициана, верните Рафаэля, что это такое? Но события начинают развиваться. Благочестивая буржуазная публика все больше и больше начинает недоумевать. Следующая работа, 1898 год, Поль Сезанн, натюрморт с черепом. Дальше,
1907 год, Пабло Пикассо, «Авиньонские девушки». Одна из первых работ целого направления, которая позже получит название кубизм. 1910 год, Анри Матисс, «Танец». Добро пожаловать в Эрмитаж. 1912 год, Василий Кандинский. Как вы думаете, называется эта работа? «Страшный суд». Итак, 1972 год, 12-й, сколько там, 28 плюс 12, 40 лет. За 40 лет что осталось от Монны Лизы? Ну вот, собственно говоря, что от нее осталось. Да, конечно, параллельно продолжает существовать искусство реализма, и, так сказать, существуют академические художники, которые продолжают работать в направлении реализма, они живы, кстати говоря, и до сих пор, пожалуйста. Академия художеств там, Санкт-Петербургская регулярно выбрасывает на арт-рынок целые генерации художников-реалистов. Кто-нибудь знает хотя бы одно имя из этих художников? Нет. Василия Кандинского, Анри Матисса, Пабло Пикассо и Поля Сезанна знают все. Что случилось? Что это? Тотальное помешательство? Безумие? Какие-то выверты как бы буржуазного искусства? Где вообще объяснение вот этому процессу? На самом деле, смотрите, и Леонардо с его «Монной Лизой», и Кандинский со своим «Страшным судом», да, находятся в одной парадигме. И по существу это одно и то же искусство, как ни странно. Только Леонардо стоит в начале этого процесса, а Кандинский стоит ближе к концу. Именно этим объясняется произошедшая метаморфоза с искусством реализма, да? Что для этого, конечно, потребовалось совершить целый ряд как бы таких движений мысли, движений эстетической мысли, потому что все-таки художнику нужно рисовать картину, он просто не может написать трактат или что-то такое, да, эстетическую теорию. Ему нужно это воплотить в реальность, ему нужно создать эстетический объект. Поэтому до художников мысли доходят туго. Я вам сразу хочу сказать, потому что художник мыслит телом, мыслит руками, если говорить про живописца, да? И пока установится нейронная связь между какой-то мыслью, которая пришла, так сказать, зашла в сознание художника, и его рукой, проходит достаточное количество времени. Итак, что произошло? Смотрите, очень простая, собственно говоря, произошла история. Очень простая мысль пришла в голову художнику. А ведь сам-то эстетический объект, который я создаю, сама-то картина, которую я пишу, сами так, это ведь тоже элемент природы. Это же тоже природа. Ну, я как бы, да, участвую как-то в ее создании, но это тоже моя картина, это природный элемент. Поэтому его тоже можно, применяя принцип бритвы Оккама, таким же образом рассекать или анализировать. С ним что-то тоже можно делать. Начинается такая ревизия эстетики реализма. Надо сказать, что в истории философской мысли это произошло гораздо раньше, и когда бритва Оккама вторглась в сам принцип модернистского секулярного мышления, возникает грандиозная фигура Иммануила Канта. Да? А до философии эта мысль идет, до эстетики это философское озарение идет там лет 70 где-то, наверное, не меньше. Давайте еще раз вернемся и пройдем эти стадиальные эти шажки и поймем, что произошло с эстетикой, что произошло с живописью. Дальше мы поймем, что то, что произошло с живописью, оно имеет непосредственное отношение к тому, что происходит с кинематографом. Вернемся еще раз к Леонардо. Иоанн Креститель, да? И давайте мы сейчас отвлечемся от, собственно, Иоанна Крестителя. Давайте представим, что художники разных вот этих направлений, все, которые мы видели, рисуют дуб. Один природный объект. Что делает Леонардо? Что делает вообще такой упертый, сознательный реалист? Он фетишизирует сам материальный объект. Для него есть только дуб, и только дуб со всеми его мельчайшими порами, отверстиями, трещинками, жуками, которые уползают из трещин и так далее. Более ничего не существует. Никакого трансцендентного мира за дубом не стоит. Я должен максимально сконцентрироваться на изображении дуба. Но возникает одна проблема. Дуб находится в пространстве. Он находится в трехмерном пространстве. Да? Одни предметы стоят ближе, другие дальше.
это как-то нужно передать. А проблема-то на самом деле простая. Я на плоскости рисую, у меня передо мной плоскость. Мне не запихать трехмерный мир в плоскость. Что я для этого должен сделать? Для этого я должен создать иллюзию. И возникает теория перспективы. Два вида перспективы мы знаем. Геометрическую перспективу, которая практически основана на математике, на геометрии. И воздушная перспектива. Да? То есть предметы, которые ближе изображаются четче, предметы, которые дальше изображаются мутно. В расфокусе слегка, выражаясь языком современного видеоарта. Ну вот, если мы посмотрим внимательно на замечательное изображение человека, которого Леонардо почему-то назвал Иоанн Предтеча, хотя он никакого отношения, конечно, к пророку и крестителю не имеет. Вероятно, какой-то изображен флорентийский гей того времени, я думаю. Ну, искусствоведы говорят, что, скорее всего, да. А фигура этого человека, этого, значит, такого перверсивного мужчины, она изображена ближе к нам, и она четко видна, а горы, дерево уже так немножко в расфокусе, а горки совсем тонут. Возникает ощущение пространства. Но это иллюзия. Перед нами по-прежнему плоскость. Поэтому огромное количество своего таланта, своего умения, своего времени художники реализма тратят на создание иллюзии. Поэтому искусство реализма – это искусство, строго говоря, иллюзорное. Да? Далее, что происходит? Что делает Мане? Вот. А его учили рисовать, Мане учили рисовать вот, собственно, таких же персонажей, как, которые мы только что видели. А на самом деле Мане делает очень простой шаг. Он просто слегка ослабляет связь между самим художником и природным миром. И он говорит, да, конечно, природный мир существует. И, кстати говоря, художники-импрессионисты работали на пленэре. То есть они выходили, это была их прямо принципиальная позиция, они выходили на природу. И они также, собственно говоря, копировали природный мир. Для Мане, так же, как и для Леонардо. Ну, Леонардо более сложная фигура, мы сейчас не будем углубляться. Леонардо не такой простой художник. Вот эта улыбочка Моны Лизы, за ней очень много стоит. И вообще эпоха Возрождения – это гораздо более сложная эпоха, чем нам кажется на первый взгляд. Поэтому Леонардо был, конечно, человеком настроенным мистически. Вот. А у Мане уже ничего такого подобного нет. Он также, для него также мир трансцендентный, также отсечен от мира материального. Он изображает только исключительно материальный мир. Но он вводит позицию художника. Вот в эту вот. Я художник, я слепо копирую. А Мане усиливает позицию художника. Он говорит, смотрите, ребята, но ведь природный мир на меня производит какое-то впечатление. Понимаете? Впечатление. Я вот смотрю на тот же самый дуб, так он ведь вечером синий, а утром там розовый. И от этого я никуда не денусь. Я таким его вижу. Если я отойду подальше, дуб превратится для меня в некое цветовое пятно. И вот Мане отходит дальше и получает вот такую картину. Получает импрессию, впечатление, впечатление художника и становится главным действующим лицом в эстетике импрессионизма. Впечатленцы, да? При этом это впечатление чисто материальное, материалистическое, да? И природа начинает восприниматься импрессионистами как динамический объект. Природа меняется, она не просто застыла раз и навсегда, не просто передо мной дуб, а есть дуб зимой, дуб осенью. Есть, значит, дуб на рассвете, дуб на закате, а если туман, то мы вообще дуба не увидим. Отсюда возникает знаменитая работа Мане «Виды Руанского собора», да, где, собственно, собора практически нет. Там виден только один туман и такие цветовые пятна. Дальше, что делает следующий художник? Поль Сезанн. Значит, начинается эпоха так называемого аналитического искусства. Вообще Сезанн самым серьезным образом повлиял на художественный процесс, хотя он был человеком совершенно таким, ну, честно говоря, малообразованным и, в общем, происходил из крестьянского сословия. Довольно был такая замкнутая фигура, особенно он сильно не продавался и жил в такой практически в полунищете Сезанн. Тем не менее, вот его влияние оказалось весьма значительным. Что делает Сезанн? Сезанн делает следующий шаг. Он говорит, да, хорошо, есть впечатление, но есть ведь и сама картина, есть ведь
сама текстура краски, есть композиция, есть, значит, ритм, цветовые пятна и так далее, и так далее, и так далее. Сезанн еще больше отвлекается от созерцания природы и начинает созерцать уже, собственно говоря, свое произведение. То есть эстетический объект становится сам доминирующим. И он начинает его анализировать, разлагать его, анализировать его в цвете, анализировать его в форме, анализировать его в темпоритме и так далее. Практически он уходит в жанр такой, я бы сказал, беспредметной визуальной музыки, начинает движение в эту сторону. Что происходит дальше? Дальше происходит вот это. Это Пабло Пикассо. Дальше происходит кубизм. Сезанн оказал большое влияние на Пикассо, они переписывались, не знаю, встречались или нет, возможно, встречались. Пикассо делает еще следующий шаг, то, кстати говоря, вполне логично. Он говорит: слушайте, я просто получаю от природы некий толчок, некое впечатление. Вот за этим пейзажем мы видим, что стоит некий природный объект. Это город, какой-то там труба, пальмы, какой-то испанский, там андалусийский, видимо, пейзаж повлиял. Но я беру от природы только впечатление, только толчок. Дальше я конструирую картину сам. Я уже ее конструктор. Я складываю ее из неких материальных атомов, из кубиков. Кубизм — это не Пикассо сказал, по-моему, Матисс сказал, который впервые пришел на выставку кубистов, сказал: боже, что это за ужас, одни кубики. Ну вот, собственно, отсюда пошел кубизм. Дело не в кубиках, но дело в том, что Пикассо начинает анализировать само произведение и понимает, что его можно геометрически конструировать из неких таких вот, как бы сказать, квантованных геометрических фигур. Так начинается, собственно говоря, кубизм. Но дальше остается сделать просто следующий шаг. Его делает Василий Кандинский, наш с вами соотечественник, правда, делает он его в Германии, а не в России. Он говорит: порвем всякую связь с природным миром. Природный мир вообще не имеет на нас, собственно говоря, к нам, к художникам, никакого отношения. Мы, художники, сами творим новую реальность. Мы погружаемся в мир абстрактных форм совершенно. И Кандинский, он, кстати, много пишет и теоретизирует, он объявляет вот это, так сказать, свое художественное полотно и свою систему, объявляет таким новым духовным искусством, спиритуальным. И пишет целое обоснование в его системе, там желтый, красный цвет, они что-то значили, восходящая линия, нисходящая линия, круги и так далее. Все это имело некое символическое обоснование, символическое подтверждение. То есть перед нами некий нарратив, некий текст вот в данном случае. Конечно, он уже не считывается. Смотрится это, честно говоря, довольно потешно, как все творчество Кандинского, которое, в сущности говоря, достаточно ничтожно. Ну, если так вот чисто эстетический объект взять его, да. Хотя на арт-рынке его произведения, конечно, стоят дорого. Но дальше ведь можно сделать и следующий шаг. Его делает тоже наш с вами соотечественник, Казимир Малевич. «Черный квадрат». Провиденциальное произведение, пророческое произведение. Написал он его в 1915 году. Написал, как он сам пишет, по наитию. Поверх картины там он что-то писал другое. Вдруг он там буквально утром соскочил и понял, что какой-то гость пришел к нему, серьезный, который требует, чтобы через Малевича высказаться. И, значит, там, не почистив зубы, пишет свой знаменитый «Черный квадрат». Да? Фактически это и есть финал модерна. То есть чему улыбается Мона Лиза? Да она видит «Черный квадрат» на самом деле. Поэтому она так саркастически улыбается, говорит: ну-ну, ребята. Вперед. Да? Итак, модерн приходит к собственной, как бы, деконструкции, к иконе. Это и есть икона модерна, это и есть икона секуляризации, черный квадрат. Да? Однако, разумеется, реальный процесс между Монной Лизой и черным квадратом, даже в пределе 20 века, протекал не так-то просто. Возникало множество, то есть демонтаж языка реализма, а это уже был язык модерна, привел к созданию различных измов. То есть наряду с демонтажом реалистического и эстетического языка возникала еще институализация. Каждый отдельный шаг, как бы художники, возникла целая палитра, как сказать, палитра расчлененки
эстетики реализма. Возникли различные измы: экспрессионизм, фавизм, неоакадемизм, сюрреализм, дадаизм, абстрактный экспрессионизм и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Каждый из этих художественных языков, из этих элементов дальнейшего действия бритвы Оккама институализировался. То есть художники отдельного изма придерживались этого эстетического языка, теоретизировали, писали какие-то свои работы, устраивали совместные выставки, иногда воевались друг с другом, да? И значит, одних объявляли правоверными, других объявляли еретиками. Таким образом, возникла пестрая палитра различных направлений искусства, которые заполнили историю эстетики всего 20 века и которые по существу состояли из обломков вот этого большого стиля реализма, фотографического, ну, фотографический реализм — это уже отдельное направление, ну, такого вот фетишизированного реализма, да. И какое из этих направлений оказало решающее влияние на кинематограф из этих многочисленных измов? Пожалуй, вот такое фундаментальное влияние, в всяком случае, на нашего героя, значит, Ларса фон Триера, оказала эстетика экспрессионизма. Да? Давайте посмотрим работы экспрессионистов некоторые. Ну вот один из отцов-основателей экспрессионизма, Отто Дикс, немецкий художник. Картина называется «Война». Отто Дикс воевал. И опыт Первой мировой войны он попытался отразить в своих работах. Да? Что делает, что отличает вообще искусство экспрессионизма и экспрессиониста от всех прочих представителей художественного мира? Тем, что экспрессионист пытается изобразить свое психоэмоциональное состояние. Да? Это для него становится важным. В каком я нахожусь состоянии? Уже не импрессия, как было у импрессионистов, не просто некое вялое впечатление. Поэтому импрессионисты, как художники такие, в общем-то, довольно благополучные люди в белых панамках, хорошо продаваемые и так далее. Да, экспрессионисты — это уже фигуры трагические, потому что они пытаются передать какие-то свои, ну, собственно говоря, внутренние состояния, те аффекты, которые им владеет художником в момент, внимание, в момент создания, собственно, самого произведения, да. Ну, можно же сказать, ну, прям там Америку открыли, ну, а лирика в поэзии — это что такое? Это же то же самое. Поэт пытается передать свое психоэмоциональное состояние, свою там влюбленность, тоску, меланхолию, радость, восторг, вот такая эмоциональная палитра, да, скажем, такой классической лирики 19 века. Александр Сергеевич Пушкин, там, Лермонтов, ну и так далее, Байрон. Но смотрите, в чем разница между лирикой, поэтической лирикой 19 века и искусством экспрессионистов начала 20 века. Палитра расширяется, понимаете? Расширяется палитра антропологических состояний человека. То есть художник-экспрессионист уже пытается передать не просто меланхолию, задумчивость, легкую тоску, влюбленность и так далее. Его интересует ужас, гнев, похоть, отчаяние. То есть его интересует изображение травматических состояний. Понимаете? Он пишет в состоянии травмы, поэтому Первая мировая война с ее ужасами активировала, фасцинировала искусство экспрессионизма. Именно Первая мировая война, которая уже не укладывалась ни в лирику Пушкина, ни в лирику Лермонтова, ни в лирику Байрона, был дан некий новый опыт человеку и человечеству в целом через Первую мировую войну. И это смогли отразить только художники, ну, адекватно, вот так, да, художники-экспрессионисты. И смотрите, если я пишу в состоянии гнева, ужаса, отчаяния, ну, если я пишу вот произведение, как Иоанн Креститель, или пытаюсь изобразить дуб максимально реалистично, у меня ничего не получится, у меня руки будут трястись, понимаете, я не нарисую все эти поры, все эти дырки, все эти волоски, да и вообще мне это не нужно уже рисовать ни поры, ни дырки, ни волоски, мне страшно, я хочу написать, как мне страшно, что я для этого делаю. И тут мне приходит на помощь уже мои товарищи-художники, которые до меня разобрали уже до атомов, собственно говоря, искусство как бы реализма. Я прибегаю к форсированному цвету, я искажаю уже, сознательно искажаю предметы материального мира,
я вбрасываю в какую-то, значит, магму такую и пытаюсь через это отразить те состояния, те аффекты, которые мной владеют. Ну, в данном случае не мной, а ну, вот еще один тоже замечательный представитель искусства экспрессионизма, Эгон Шилле. По-моему, это автопортрет, если мне память не изменяет, да? Итак, экспрессионист расширяет палитру свою, состояние, которое влияет художником, до, простирает ее до табуированных областей, понимаете? Областей, которые, вообще говоря, находятся в зоне коллективного бессознательного. Нормальная, нормативная цивилизация вытесняет эти эффекты, она не желает иметь с ними дело, да? Художники-экспрессионисты вторгаются в эти области и дают этим аффектам, этим состояниям, дают как бы вторую эстетическую жизнь. Да? Художники вбрасывают в мир вот эти вот темные призраки, обретают эстетическую плоть в произведениях художников-экспрессионистов. И в этом пункте как раз стратегия экспрессиониста совпадает со стратегией нашего героя Ларса фон Триера. Давайте посмотрим коротенький фрагмент из его картины «Рассекая волны». И сразу предупреждаю, сегодня лекция, ну, даже не 16+, а так 35+, поэтому детей от экрана, пожалуйста, уберите. Дальше будет все жестко. Ну, тут ничего не поделаешь, это я виноват, это виноваты художники. Ну, вот такой фрагмент я выбрал достаточно, как бы, еще целомудренный, в общем-то. Что здесь сразу обращает внимание, это, как бы, такой натурализм сексуальных сцен. Это вообще свойственно, вообще для постмодерна, это свойственно для Триера. Здесь даже нет какого-то элемента эротики, собственно говоря. Вся сексуальная жизнь подана в ее исключительно таком вот аффектированном животном состоянии. Это первое. К этому Триер будет прибегать постоянно. И к этому приему по существу, на самом деле, экспрессионистскому, по сути своей. И второе, это, конечно, обращение к религиозному контексту. Это уже прямо нас обращает к тематике нашего курса. Причем это обращение, на первый взгляд, оно вообще балансирует на грани с кощунством. Да? Такое вот, ну, странное обращение к Богу после такой довольно натуральной сцены. И самое интересное, что Бог отвечает героине этого фильма. Зовут ее Бесс. Но о фильме «Рассекая волны» мы будем говорить в следующий раз, поэтому не будем забегать вперед. Итак, вот из этих двух компонентов Триер создает свой такой вот экспрессионистский аффективный стиль, который, ну, в общем-то, зрителя такого неподготовленного, зрителя искреннего, который смотрит, а любой зритель, в любом зрителе живет ребенок, поэтому человек, который приходит в кинотеатр, он в каком-то смысле беззащитен. Какая-то часть его, сколько бы он ни был там циничен, и как бы он критично не относился к миру, к самому к себе, и к тому, что он видит на экране, тем не менее, в момент просмотра кинофильма, и вообще в момент созерцания эстетического, любого эстетического объекта, особенно эстетического объекта кинематографического искусства, как бы активируется такой наивный детский зритель, такой, я бы сказал, внутренний ребенок. И вот этот внутренний ребенок, конечно, весьма может быть шокирован тем кинематографическим языком и теми приемами, которые оперирует Ларс фон Триер. Но за этим стоит своя логика. Дальше мы про нее поговорим. Но для того, чтобы нам вернуться, как бы, к Триеру уже непосредственно, нам нужно еще заполнить, как бы, ряд таких клеточек, понять, что происходило с искусством, с изобразительным искусством, с живописью, значит, в 20 веке. На самом деле, вот эта вот доминация на протяжении 400 лет одного стиля, модернистского стиля, стиля реализма, она очень долго аффектировала художественное сообщество. И хотелось создать некий аналогичный большой стиль. Вот, прошел реализм, все понятно, мы с ним расстались. Нужно создать что-то столь же масштабное, столь же окончательное, которое на столетия, собственно говоря, сформирует эстетику, сформирует эстетическую мысль, направит ее в одном направлении. И вот попытки сформировать этот новый большой стиль предпринимались очень активно в ранние 20-30-е годы в советском искусстве. Да? В этом плане мы были пионеры впереди планеты всей.
И до сих пор искусство русского советского авангарда, оно, в общем-то, это единственная страница из истории русского искусства, которая востребована на арт-рынке и которая, в общем, ценится, которая принимается западным буржуазным миром. Давайте посмотрим отдельные работы наших соотечественников. Конструктивизм, вот Элли Сицки, направление, которое претендовало на такой, ну, как бы глобальный характер, на новое искусство. Малевич, тот самый, который написал «Черный квадрат», он породил и тематизировал целое направление супрематизм, предполагал, что все искусство будущее должно вот, ну, примерно по таким лекалам строиться. Очень интересный художник Филонов. Да. Кстати говоря, большинство из них жило в Ленинграде, соответственно, здесь. В общем-то, эти люди ходили по этим же улицам. Да? Аналитическое искусство Филонова. Огромное наследие осталось после него. Все эти стили, да, все эти стили, вот отдельные направления, они претендовали на вот такой большой стиль, что вот таким и будет искусство будущего, говорил, думал и верил Павел Филонов, да. Но закончилось все банальненько, честно говоря. Закончилось вот этим. Иосиф Сергеевич Сталин благословляет детей, я бы так назвал картину. Ну, Христос и дети, в общем, понятно. Отсюда. Ну, там еще какие-то сотоварищи, апостолы. Кто это? Не знаю, кто это, но надо. Это можно все идентифицировать. Кто эти люди в белых кителях? Так вот, закончилась совершенно банальная история, и, значит, опрокинув многочисленные измы, объявив их порождением буржуазного искусства, что на самом деле совершенно справедливо, советская идеологическая система постулирует, что мы возвращаемся в благословенную эпоху реализма. Только мы ее переосмысляем. Теперь это будет не просто реализм, а это будет социалистический реализм. То есть возникает политизированная версия того самого реализма. Ну, у искусства соцреализма были, конечно, свои вершинки, свои достижения, свои маленькие победы, свои большие поражения. Но в целом, конечно, вот эта попытка такого ретроградного хода назад, она вообще в истории искусства чревата поражениями. В целом, конечно, если мы будем подводить историю социалистического реализма, которая уже, в общем-то, закончена, ну, честно говоря, там 5-6 работ мы можем найти. Что происходило параллельно на Западе? На Западе происходили очень интересные процессы, они все активировались после Второй мировой войны. Потому что после Второй мировой войны на авансцену выходят Соединенные Штаты Америки, именно Америка становится новым центром, принципиальным центром нового искусства. Да? Начинаются синтетические процессы. Реализм разобран до черного квадрата. Дальше черного квадрата двигаться некуда. Хотя здесь у нас в Ленинграде в 20-е годы было замечательное движение ничевоков. Ну, ничевоки были не художники, они были такие, так сказать, как это сейчас называется, перформанс. Значит, как проходил спектакль ничевоков. Люди выходили на сцену и многозначительно молчали, смотря в зал. Помолчав 15 минут, они уходили. Это называлось искусство ничего. Очень близко к этому искусству подходили абориуты, да, в частности Даниил Хармс. Ряд его произведений, они, в общем-то, ну, это практически аналоги «Черного квадрата». У него прекрасное произведение, например, про чудотворца, который все время лежал на кровати. Он умел творить чудеса, но он просто не хотел этого делать. Очень такая, как бы, многозначительная притча. То есть вот это вот минималистическое искусство, оно продолжало существовать наряду вот с этим замечательным социалистическим реализмом. Так вот, на Западе начинается синтетический период. Из вот этих измов, из осколков начинают конструироваться новые уже синтетические направления. Ну вот, в частности, давайте посмотрим вот такую замечательную работу. Уильям де Кунинг – это голландский художник, который уезжает в раннем возрасте в США и работает в США, в Нью-Йорке, если память не изменяет. Он комбинирует два стиля – абстракционизм и экспрессионизм. Возникает искусство абстрактного экспрессионизма. Да? Теперь давайте зададим себе вопрос, какое все это имеет отношение, какая-то замечательная женщина. Картина называется «Женщина-3». Там, кстати, у нее на российский флаг, вот, обратили внимание, справа. Да, два рта. Глаза такие доминирующие. Ну, в общем, есть над чем подумать здесь, на самом деле, поразмышлять.
иконическое изображение женщины. Кое-что он, кстати, предугадал. Вот этот отдельно существующий род, это, в общем, вполне, вот если мы сейчас пройдем по Невскому проспекту и посмотрим на девушек, мы увидим как бы отдельно путешествующие рты, такие, как бы такие вот физиологическую доминанту рта, вообще говоря. Итак, как это связано с эстетикой кинематографа? Смотрите, возникает ощущение, что вообще это какие-то параллельные процессы. То есть вот живопись развивается своим каким-то таким чередом, а кинематограф идет какой-то своей дорогой, потому что кинематограф ничего подобного таким объектом не производил. Он просто не может это произвести, да? Возникает ощущение, что это вообще два каких-то разных принципиальных пути. Но на самом деле это ощущение иллюзорное. В чем здесь дело? Дело здесь вот в этом замечательном предмете, который называется кинокамера. Да? Потому что принципиальным инструментом для создания кинематографического произведения искусства является кинокамера. Кинокамера фиксирует только наличный, имманентный мир, понимаете? Другой альтернативы у кинокамеры, как и у фотоаппарата, вообще говоря, нет. Вот эти камеры, которые снимают сейчас меня, они снимают только меня и меня, и больше ничего не могут снять. Ну, какие-то предметы еще окружающего мира. Они не могут превратить меня в полотно в стиле Уильяма де Кунинга или в черный квадрат, или так далее. Они могут просто выключиться, да? Таким образом, альтернативы, как бы никакой другой альтернативы для кинематографа не существует. Это только реализм, фотографический реализм. Да? Однако, те же самые художники, режиссеры, создатели кинематографа, они ведь живут в том же самом эстетическом пространстве, что они смотрят те же выставки, они смотрят произведения художников, они ходят в театр, они читают книги, то есть они находятся в живом, действующем таком художественном процессе. Естественно, они на это реагируют, да? Но они при этом скованы вот этим замечательным инструментом, который называется кинокамера. И вырваться из тисков, из этого рабства они в сущности не могут, во всяком случае, на первых порах. Да? Однако, по своему темпераменту, конечно, художники кино тоже начинают делиться. Они тоже становятся импрессионистами, кубистами, экспрессионистами и так далее. Сама личность художника начинает, сама личность кинематографического художника начинает трансформироваться в соответствии с этими многочисленными измами. Потому что каждый отдельный художник очень тесно связан с тем, что он производит. Буквально произведение искусства меняет самого художника, его антропологическую структуру, возникает обратная связь. Как бы ты становишься тем, что ты делаешь, я бы так сказал. Поэтому импрессионист – это еще и антропологический тип. Это определенный тип лица, это определенная походка, это определенная манера поведения. Экспрессионист – это тоже совершенно отдельная какая-то пластика человека в пространстве и так далее. То есть сам художник становится отражением своего художественного стиля. Именно это и происходит с деятелями киноискусства. Да? Они также делятся на разные типы, но это изменение происходит внутри них самих, внутри самой антропологической структуры кинематографического художника. Да? Поэтому из всех стилей, на которые разложилось искусство реализма в 20 веке, на кинематограф принципиально повлияли только большие стили. Как бы среди вот этих маленьких есть условно, которые чуть-чуть побольше. Так вот, что повлияло на кинематограф? Про экспрессионизм мы уже говорили. Конечно, повлиял импрессионизм и повлиял сюрреализм. Вот эти три принципиальных направления, которые оказали влияние на художников кинематографа. Да? И, естественно, реализм, который доминировал в силу того, что между художником и миром стоит кинокамера, которая фиксирует мир только в его строгой имманентной реальности. Да? При этом сам реализм претерпевал уже внутри киноискусства значительные изменения. Например, в СССР доминировал тот же самый социалистический реализм, а если мы переместимся в Италию, мы получим замечательную концепцию неореализма. Да? Там есть там французский реализм, испанский реализм, английский кинореализм. Это все подразделение кинореализма. Теперь давайте бросим взгляд еще на вот такую историю, я бы назвал ее сакральная география искусства или геософия искусства. Да? Что, какая область, какой логос стал, собственно говоря, эпицентром реализма? Конечно, Италия. Италия, благословенное небо Италии, стала родиной реализма, стала родиной вот этого чувственного и только чувственно воспринимаемого мира, вот этого прекрасного дуба с его порами, червячками, трещинками и так далее. Да? Второй центр реализма возникает в ходе реформации. Да?
возникает Германия и Нидерланды как второй художественный центр в искусстве реализма. Да? Можно еще отдельно поговорить про испанскую живопись, но это несколько выходит за нашу территорию. В принципе, Испания, она коррелируется с Италией. Дальше, что происходит далее? Во второй половине 19 века центр из Италии, художественный центр из Рима, из Неаполя, из Флоренции, из Венеции, начинает смещаться куда? Начинает смещаться во Францию. Париж. Париж становится законодателем художественной моды, начиная со второй половины 19 века. Если художники 18 века, русские художники 18 века едут учиться в Рим, едут писать в Неаполь, то художники уже второй половины 19 века отправляются в Париж, потому что Париж это и есть центр художественной моды. Дальше случается Первая мировая война, и на сакральной карте вот таких центров как бы мирового художественного искусства возникает еще один важнейший центр, это Германия, в которой в Германии доминирует экспрессионизм. Да? Вот три принципиальных центра. Италия, Франция, Германия. Да? Которые, соответственно, распределяются, ну, уже в соответствии с Наумахией, по трем логосам. Да? Латинский логос в Италии, французский логос и германский логос. После, значит, на протяжении истории 20 века, особенно после Второй мировой войны, появляется еще один центр, принципиальный новый центр, я уже про это говорил, это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, в основном Нью-Йорк, Лос-Анджелес, да, то есть как бы эпицентр художественной жизни начинает перемещаться в Соединенные Штаты Америки. При этом само американское искусство по существу ничего не производит. То есть вот эти американские измы, они, конечно, не могут соперничать с тем, что производила Европа. Пожалуй, единственное направление американского искусства, которое, ну, такое увесистое направление, которое получило свой язык, свою философию и так далее, и своих там целую плеяду художников, это так называемый поп-арт. Давайте посмотрим. Ну вот, та же самая Мона Лиза, Энди Уорхол. По существу это вот уже в поп-арте уже чувствуются первые признаки постмодернизма. То есть уже Энди Уорхола можно рассматривать в каком-то смысле как некую предтечу постмодернизма в искусстве. Да? А давайте теперь сравним с геософией кинематографа. Да? Центр импрессионизма, кинематографического импрессионизма. Конечно, Франция, да. Новая волна французского кино, Годар, Трюфо, это, в общем-то, кинематографический импрессионизм. Да? В кадре, в картине, в картину проникают документальные съемки, доминирует художник, кинохудожник пытается создать именно ощущение, именно импрессию от текущей как бы реальности. Германия, конечно, центр экспрессионизма, и кинематограф Веймарской республики – это кинематограф экспрессионизм по преимуществу. Италия. Италия – родина реализма. Так и есть неореализм после войны. Целая плеяда замечательных кинорежиссеров, ранний Антониони, ранний Феллини, ну и так далее, там Витторио де Сикколо, Кино Висконти. Все эти люди начинают с реализма, с неореализма. То есть Италия по-прежнему остается центром реалистического искусства. США, кинематограф активно начинает развиваться после Второй мировой войны. Европейские режиссеры, в том числе немецкие режиссеры, которые вносят значительный вклад в становление, например, системы Голливуда, они перебираются за океан. И США является такой же синтетической территорией, на которой объединяются, синтезируются различные европейские стили. Да? Отдельно, конечно, отдельная территория образует британское кино, но о нем сейчас речи у нас не идет, и скандинавское кино. Да? Вот мы уже, в частности, с тех художников, которые мы рассматриваем на нашем курсе, Ингмар Бергман и вот Ларс фон Триер, это классические представители скандинавского кино. Но здесь очень важно, что скандинавское кино находится в орбите германского логоса. То есть, говоря о скандинавском кино, мы имеем некий специальный извод германского искусства. Поэтому в творчестве, например, Ларса фон Триера доминируют как раз экспрессионистские мотивы. Да? А Бергман более сложная фигура, про него мы говорили. Его связь с экспрессионизмом тоже очевидна, его связь с германским логосом тоже очевидна, но он художник еще более крупного масштаба, такого общечеловеческого, поэтому он много чего вобрал в себя, его творчество много вобрало самых различных
влияний, да, тот же Триер, например, он, так бы сказать, чуть-чуть масштаб, сам художественный масштаб его фигуры немножко поменьше, поэтому он как бы более экспрессивен, скажем так, да. Ну, давайте теперь перейдем, собственно, к нашему герою Ларсу фон Триеру. Ларс фон Триер родился, 56-й год, семья госслужащих, Дания, Копенгаген. Родители исповедуют левые политические взгляды, мать вообще коммунистка Ингер, отец социал-демократ. Воспитывают ребенка в соответствии с лекалами 60-х годов, тогда европейская такая левая интеллигенция вообще плевала на как бы такое вот воспитание прямо ребенка. Там. В результате Бергмана Ларса фон Триера не заставляет ходить в школу. Кстати, вот радикальное отличие, например, от Бергмана. Бергман, он старше по возрасту, он родился в такой сухой, протестантской, нормативной христианской семье с телесными наказаниями, с чтением закона Божия, с молитвой перед обедом и так далее, так далее, так далее. Здесь совершенно другая фигура. Леваки, атеисты, да? Значит, родители посещают лагеря нудистов, например, и маленький мальчик, значит, Ларс вместе со своими взрослыми голыми родителями, такой же голый, живет вот в таких вот, значит, летних лагерях. Он сам вспоминает, что было очень забавно, например, когда нужно было пойти на почту, отправить что-то, он приходил голый, и человек, который стоял за прилавком, тоже был голый. Это нормально, это Скандинавия, вот такой особый, как бы, социалистический такой извод скандинавского общества. Так вот, в такой среде, собственно говоря, вырастает Триер. В результате чего? Триер вообще не оканчивает среднюю школу. Он просто забил на нее, и родители вместе с ним также забили. Что не помешало ему, в общем, достаточно рано увлечься кинематографом, и после нескольких попыток он, ну, начинает свою такую кинематографическую карьеру. Поступает учиться и уже приступает, собственно говоря, достаточно быстро, он попадает на съемочную площадку. Да? Что интересно в биографии Триера? Это его национальная идентификация. Дело в том, что отец Триера, Ульф, которого Триер долго считал своим отцом, он был еврейских кровей. И поэтому Триер долгое время, молодой Триер, считался евреем, совершенно искренне считался евреем. И вот, в частности, первые картины, которые снимает Триер, у него они так объединяются в такие трилогии. Вот первая трилогия, которую он назвал «Европа», она очень интересная на самом деле, заслуживает отдельного разговора. Триер снимает ее, такое ощущение, да, с комплексом, с таким совершенно открытым таким с иудейским сознанием, с иудейским ощущением мира. Да? Но дальше, перед смертью буквально, его мать открывает, значит, изумленному Ларсу, что на самом-то деле его реальным отцом является датчанин. Некто Фриц Михаэль Хартман, который какое-то время был, ну, мать работала просто у него в конторе, он был ее боссом. И мать совершенно, так сказать, решила прагматически, что генетика у этого человека хорошая, у Фрица Михаэля Хартмана, он принадлежал к знаменитой в Дании музыкальной династии. И ребеночек от него будет талантливый. Ну, так и получилось, надо сказать. Матушка не прогадала. Но для Триера это было только что я был евреем. Все, ну, понятно, все гонимые, так сказать, вечно чужой в стране, значит, как бы чужаков. И вдруг я оказываюсь вообще никаким не евреем, я оказываюсь абсолютно арийцем. Да? На самом деле мы вот не знаем, Триер достаточно скрытный человек, в отличие от Бергмана. Бергман очень много про себя вываливал, процентов на 80 врал, еще на 15% намеренно врал, в результате там только 5% правды. Вот. А Триер вообще закрытая фигура. Мы знаем, что он принимает, с ним случается некий религиозный, ну, я не знаю, переворот, не переворот, но он принимает католицизм. Принимает католицизм, и где-то у меня просто вот в сети, в ленте попалась такая информация, что сейчас Триер такой атеист воинствующий. То есть он пережил, как пишет автор этого материала, автор, значит, Триер пережил увлечение католицизмом, потом пережил увлечение протестантизмом, в конце концов он стал нормальным, так сказать, атеистом, да? Ну, сложно сказать. Сам Триер говорит о том, как он принял католицизм в достаточно такой, ну, в его, как бы, стилистике, в такой провокативной форме. Он говорит: да, я верующий католик. Спрашивает его журналист: вы что, верите, что ли? Вы правда, что ли, верите, что Бог есть и там что-то? Он говорит: да, я верующий католик. Очень здорово входить в бизнес-отношения с Богом.
грешишь, каешься, платишь за это определенную цену, и все заново. Ну, такой практически Невзоров немножко. Пахнуло Невзоровым, да? Но здесь вот надо сразу сказать, и это нужно очень четко понимать, когда анализируешь и творчество Триера, и его фигуру, вот такой внешний цинизм Триера, он такой немножко напускной, вот все эти истории, там секс на съемочной площадке, провокативные высказывания, какие-то странные фотосессии и так далее, и так далее. Ну, в частности, например, картины, его действительно многие производят впечатление шока. Например, премьера его картины «Антихрист» в Канне, люди буквально в обморок падали. Ну, я вот иногда сейчас вот пересматриваю «Антихриста», меня просто передергивает, честно говоря. В обморок я не падаю, конечно, но как-то так, в общем, не по себе становится, да? И вот его в какой-то момент спросил, опять же, журналистка очередная спросила, не садист ли он? А Триер ответил буквально следующее. Без понятия. Даже если садист, мне вообще пофигу. Я лишь знаю, что всяческое изображение психической или физической пытки с драматургической точки зрения прекрасно. Типичная позиция экспрессиониста. Да? Я захожу на ту территорию, куда никто не заходил до меня. Я испытываю те эффекты, которые никто не испытывал до меня. И выбрасываю это на, так сказать... пытаясь обалдеть это в своем эстетическом объекте, в данном случае в кинематографе. А сюда же относится и следующая реплика Триера, тоже совершенно замечательная, апокалиптическая, он вообще говоря склонен к такому апокалиптическому стилю мышления. «Мир катится в преисподнюю», говорит Триер, «но это не значит, что мы не должны улыбаться». Ну давайте посмотрим такой шокирующий эпизод, опять же тут как бы никуда не деться, потому что в этом и есть, собственно говоря, такой принципиальный эстетический инструмент Триера. Он работает как настоящий экспрессионист, он работает на территории шока, на территории скандала, на территории невыносимости практически. Да? Это вообще свойство для постмодернизма, надо сказать, об этом мы будем говорить дальше. В принципе, кинематограф становится травматичным, он говорит о травмах. Он пытается зайти в те области, куда до него искусство, вообще никакое нормативное искусство модерна, не вторгалось в принципе. Да? Почему это делает художник-постмодернист? Об этом чуть подальше. Так, смотрим картины «Идиоты» с характерным названием Ларса фон Триера, 1998 год, знаменитая сцена группового секса. Мы не будем смотреть, конечно, ее всю, посмотрим только начало, ну, чтобы... как некое ощущение такое, да, поймать. Там дальше начинается, конечно, полный разгул. Мы те, с кем нельзя водиться. Мы дурная компания. Стаффору решать, что нам теперь делать. Это же его день рождения. Групповой секс. Подожди, ведь это же лото. Можно поиграть в бутылочку? Групповой секс. Групповуха. Групповуха. Я согласна, конечно. С удовольствием вступлю в групповуху с психами. Групповой секс. Групповой секс. Ну и так далее. Ну что сказать, «Идиоты» — хорошее название для фильма, да? Все идиотское в этом фильме. На самом деле. Это сознательная стратегия, конечно. Немножко чуть попозже поговорим про идиотов. Так вот, значит, вот это вот, собственно говоря, Триер в его, так сказать, таком неприглядном ракурсе, да, в его таком шокирующем, как бы, ракурсе. При этом вот этот фильм «Идиоты», он, в общем-то, лавров-то никаких не снискал. В отличие от его картины, которую он снял 2 годами ранее, «Рассекая волны». Поэтому это очень важно, что, снимая фильм «Идиот», он уже был, в общем-то, знаменитым, прославленным режиссером и мог себе позволить, ну, вот то, что он себе позволил в картине «Идиоты», да? Так вот, еще раз, Триер экспрессионист.
он должен выразить в творчестве некий аффект, который владеет его душой, понимаете? И Триер вообще настоящий художник, поэтому этот аффект, который владеет Триером, он действительно его заботит, в отличие от многих других постмодернистов, которые лишь играют в эти аффекты, лишь заигрывают с этой опасной территорией, потому что это опаснейшая территория. Триер реально погружается в эти вот состояния, такие вот маргинальные антропологические состояния, в аффекты, да? Они овладевают им. Если он, ну, буквально, можно сказать, если он не снимет картину, то этот аффект взорвет его, там, разрушит его. Поэтому на самом деле за вот такой вот закоркой такого вот циника, такого, знаете, прожженного, такого, которым сам черт не брат, скрывается на самом деле достаточно болезненная и ранимая личность, что, кстати говоря, достаточно характерно, если вы встречаетесь с таким напускным циником, который, значит, там что-то бравирует и все время там через слово сыпет нехорошие слова, за этим может скрываться бедный испуганный мальчик. Это вот рецепт для девушек, которые общаются с брутальными мужчинами. Поковыряйтесь, что там за этой броней брутальности находится на самом деле, да? И поэтому Триер очень подвержен различного рода депрессиям, фобиям, страхам, невротическим состояниям и так далее, и так далее, и так далее, да? И именно это он делает, вот эти вот аффекты, которые овладевают его душой, он делает содержанием своих картин. Например, свою картину «Меланхолия», которая заканчивается вообще разрушением мира, что послужило пусковым толчком. На Землю летела комета, и Триер всерьез подумал, что она нафиг взорвет нашу Землю. Он поверил в это совершенно искренне, что наступает конец света, он наступает из космоса. Да? Это состояние страха владело им совершенно реально. А после «Антихриста» у него была глубочайшая депрессия, из которой он, вообще говоря, каким-то образом вышел. А после 18-го года, кстати говоря, он ничего не снимает. Последнюю картину «Дом, который построил Джек», такая жестокая картина, да. Но после этого вот наш режиссер молчит. Итак, смотрите, давайте сравним. Вот мы на предыдущих лекциях достаточно много говорили о самом, собственно говоря, строении эстетического акта у разных художников, у разных кинохудожников. Подробно исследователь эстетический акт, как его понимал Бергман, как его понимал Тарковский. Можем сравнить с Бергманом. Вот два скандинавских режиссера. Да? Бергман постулирует, что кино – это проекция внутреннего мира. Да? То есть все персонажи, которые возникают на экране, это архетипы моих каких-то состояний, моего внутреннего мира. Там на экране мой отец, моя мать, моя любовница и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все эти люди, значит, соответственно, как бы он и воплощает свой внутренний мир на экране. Что делает Триер? У Триера закрытая система. Он совершенно не проецирует свой внутренний мир на экран, да? Он выплескивает только свое вот это текущее аффектированное состояние, транслирует свою кризисную травматическую ситуацию. Триер, художник, максималист, это еще очень важно, это вообще свойство германского логоса, стремится проникнуть внутрь. И в своих картинах он пытается дойти до предела, буквально до эстетической границы, за которой начинается уже не территория кино, а другая территория. Территория теологии, философии, иногда откровенная психиатрия, психопатологии. Да? И еще очень важно, Триер впускает религиозную тематику, религиозные мотивы эксплицитно в свое творчество. Что, вообще говоря, для постмодернизма становится достаточно частой историей. Да? Поэтому по меньшей мере в четырех картинах Триер религиозная тематика явно доминирует. Это «Антихрист», «Меланхолия», «Дом, который построил Джек» и «Рассекая волны». Да? Надо ли смотреть фильмы Триера? Давайте сразу. Я не готов ответить на этот вопрос. Сам режиссер высказался в своих картинах следующим образом. «Детей у меня четверо, я разрешу им смотреть мои фильмы, когда им исполнится 50». По-моему, исчерпывающе. Как бы. Поэтому, если вам еще не исполнилось 50, вам может быть 20, в душе вам может быть 50, это уже другая история, то, наверное, вы уже созрели для того, чтобы посмотреть картины Триера. Давайте посмотрим еще один фрагмент из картины «Рассекая волны», чтобы, еще как-то проникнуться духом Триера. Ибо все, что требуется от нас, грешных, это стремиться к совершенству
перед всевидящим оком Господа нашего. С безмерной любовью к Слову, написанному с бесконечной любовью к заповедям Его. Я не понимаю, что вы говорите. Как можно любить Слово? Слова любить невозможно. Нельзя любить Слово. Надо уметь любить человека. В этом совершенство. Женщине запрещено говорить в храме Божьем. Бесс Макнил, старейшины общины приняли решение. Отныне ты лишаешься права присутствовать на наших собраниях. И тот, кто знает тебя, забудет о тебе. Да. Изгнание главной героини из церкви, отлучение ее от религиозной общины. Мы только что видели. Такой достаточно, на самом деле, напряженный момент. Да. Так вот, для того, чтобы нам еще более приблизиться к Триеру, то есть мы вот примерно уже наметили его место на общей карте модерна, мы понимаем, что у нас ассоциируется с искусством экспрессионизма, с такой уже деконструкцией реализма. Вот уже Триера нельзя относить к реалистам в чистом виде, хотя по-прежнему он скован кинокамерой. То есть кинокамера по-прежнему фиксирует материальный, имманентный мир. Но Триер пытается изменить и сам язык кинокамеры. Камера начинает у него двигаться по-другому. Об этом чуть попозже будем говорить. Нам нужно, второй ногой Триер уже стоит на территории, крепко стоит, прочно стоит на территории, собственно говоря, постмодернизма. Да? И нам нужно вкратце, об этом много раз все говорили, но мы будем говорить, так сказать, с позиции эстетики в данном случае, что происходит в парадигме постмодерна. А в конечном итоге этот разговор очень актуальный, потому что это происходит с нами. Что в данный момент мы как раз находимся в переходном состоянии от модерна к постмодерну. И поэтому это становится насущной темой. Так что же, собственно говоря, происходит с нами? Итак, общий цивилизационный слоган постмодерна звучит так. Да, конечно, модерн как такая вот цивилизационная антитеза религиозной эпохи Средневековья двигался в правильном направлении, но он не довел дело до конца. Сам модерн имплицитно впитал в себя очень много от предыдущей религиозной эпохи. Модерн имплицитно религиозен. Понимаете, да? Все вот эти категории, которыми оперирует модерн, свобода слова, индивидуализм, рынок и так далее, по существу, говорит постмодернизм, это ведь религиозные догматы. Мы должны опрокинуть это, да? То есть если, как Пизанская башня, если модерн это такое вот уже накренившееся здание, то постмодерн – это обрушение цивилизации модерна. Со всей его логикой, со всей его структурой, со всеми его институтами. Все это должно рухнуть. Поэтому в этом пункте постмодернизм, вообще говоря, антибуржуазен. Поэтому и политики постмодернизма, и философии постмодернизма очень много общих точек с левыми политическими, с радикальными левыми политическими течениями, в частности с неотроцкизмом, который благополучно расцвел в Соединенных Штатах Америки и аффектировал американский политический процесс. Да? Значит, что происходит при обрушении цивилизации модерна? Модерн – это общество структурированное. То есть это ложное, но это все-таки структура, в которой есть понятие верха, низа. Они уже такие немножко как бы начинают колебаться, но они все-таки есть. Есть социальные институты, работают светофоры, в конце концов. Есть там, не знаю, институт философии и так далее. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. То есть некие модернистские структуры, политические, социальные, религиозные, они присутствуют, да? Модерн говорит, что мы эту структуру начнем не сразу, конечно, быстро цивилизационные процессы не идут, мы начнем ее расшатывать, мы перейдем к системе, к жидкой социальной среде, вот это очень важно. Если как бы конструкция модерна – это такая архитектурная конструкция, да, она уже немножко начинает разрушаться, но это все-таки еще такая крепкий конструктив, то постмодернизм – это жидкость. Общество постмодернизма – это общество жидкое.
Соответственно, нет никаких четко фиксированных позиций, ни социальных, ни профессиональных, ни религиозных. У человека, у нормативного человека постмодерна ничего этого нет. Он никто с точки зрения социальной решетки, он никто с точки зрения профессии, он должен уметь ее менять в соответствии с текущей вот этой жидкой средой. И у него в сущности нет никаких религиозных позиций, потому что любая религиозная позиция означает так или иначе некую структуру, так или иначе некое сопротивление, да? Что категорически противопоказано человеку в структуре постмодернизма, да? При этом возникает над всем этим жидким обществом, таким, да, перетекающим, такой плазмой, я бы сказал, социальной плазмой, надстраивается отдельно взятая структура таких неоуправленцев, да, которые, собственно, управляют этой жидкой, как бы, социальной средой. Возникает кастовая система. Но в отличие от сложности нормативной, как бы, индоевропейской кастовой системы, кастовая система постмодернизма предлагает две касты. Принципиально двухкастовая система. Это каста правителей и каста, собственно говоря, людей, которые находятся внизу, вот в этом, так сказать, в этой такой социальной плазме. Да? Все социальные лифты не работают, потому что ехать некуда. Понимаете? Вверх путь закрыт, там просто вот броня, бетон. Невозможно проникнуть из, так сказать, с улицы, войти в, как в такую вот управленческую систему. И движение возможно только по горизонтали. Такое скольжение, горизонтальное скольжение по плоскости экрана. И это скольжение вызывает у человека постмодернизм и иллюзию свободы. Вот это вот передвижение по горизонтали, да, такое скольжение в социальном бульоне создает иллюзию свободы. Но надо понимать, что это свобода в четко заданных рамках. Да? А плюс что делает постмодернизм? Постмодернизм откровенно разрешает то, что было запрещено в модерне. Да? То есть карта человеческих грехов, выражаясь языком христианства, расширяется. Антропофагия, возможно, какие-то, значит, перверсивные формы сексуальной жизни отныне возможны, свободное распространение наркотиков ради Бога и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот свобода, она еще фиксируется вот, вот этими новыми дополнительными свободами. Вы можете поменять пол, ну, много чего можете сделать, скользя в этом вот социальном бульоне. Но это движение именно по горизонтали. Второй момент очень важный – атомизация человека. То есть если модернизм провозглашает позицию индивидуума, буржуазного индивидуума, вот это такой, так сказать, социальный квант в парадигме модерна, то в постмодернизме уже этого буржуазного индивидуума нет, он разрушается, возникает некий атомизированный вообще, отдельный человек. Да? И при этом возникает еще очень интересный момент, это фетишизация биологического тела. То есть модерн при всей его жесткости, при всей его антирелигиозности, он все-таки декларировал систему некоторых ценностей, которые превышали человеческую жизнь. Человек модерна мог умереть за родину, там, за любимую женщину, ну, не знаю еще за что, да, там, ну, вот, то в постмодернизме моя биологическая граница объявляется, собственно говоря, моей фетишизированной зоной. Мое само тело фетишизируется, с одной стороны, но с другой стороны, оно отдается абсолютно в этот социальный бульон. То есть такая, знаете, амбивалентная ситуация возникает. Сейчас мы видим, как все эти стратегии прорабатываются в связи с пандемией, когда это, вот эта вся, в общем-то, новая философия, новая антропология, она просто вбрасывается в мир, и изумленный обыватель вынужден, значит, как-то реагировать там, на введение обязательных прививок, на предъявление QR-кодов и так далее, и так далее. Не будем в это, как бы, в эту сторону совершенно двигаться. Нужно понимать, что это четко работает новая цивилизационная парадигма. Да? Это не некая злая воля, значит, злая воля, безусловно, присутствует в этом, но это не, вот, это не Билл Гейтс, условно говоря, все устроил и как бы во всем виноват. Это большой цивилизационный ход. Да, у него есть акторы, у него есть свои герои, у него есть свои двигатели, да, там, безусловно, наверное, Билл Гейтс относится к их, как бы, числу. Но за ними стоит именно вот большой такой цивилизационный ход, цивилизационный шаг. Вот это очень важно. Да? При этом само биологическое тело человека фетишизируется, буквально распадается на отдельные объекты. Да? Кто сказал, что мы должны испытывать сексуальное влечение в целом к личности человека? Я могу испытывать к отдельному органу человека, да? К
носу, например, ну, гоголевский нос. Помните, как кажется, диковинное произведение, дикое, да, почему нос вдруг ездит по улицам Петербурга. На самом деле это, в общем, предчувствие постмодернизма в каком-то смысле, да. А что происходит, давайте теперь посмотрим, так, мы очень бегло описали, что происходит с искусством в эпоху постмодернизма. Дело в том, что поскольку мы находимся на переходном периоде, возникает очень много таких, знаете, переходных эстетических объектов, которые с одной стороны еще ориентированы на модерн, а с другой стороны уже ориентированы на постмодерн. Давайте посмотрим два уже совершенно таких постмодернистских дискурса. Значит, один – это реклама парфюма Папа Карабана, по-моему. Это такая вот одна сторона, веселая сторона постмодернизма. А второй фрагмент – это два фрагмента из картины французской режиссерки, так теперь правильно говорить, или режиссерши, Жюли де Курно. Она получила главный приз в Каннах вот на последнем фестивале в 2021 году. А картина ее называется там будет дальше, забыл, честно говоря, как называется картина. В конце этого фильма будет ее... «Титан» называется картина. Да. Давайте смотрим. Сначала веселая реклама, а вот потом, пожалуйста, детей от экрана уберите. Я кратко поясню, что как бы, ну, фильм очень интересный, на самом деле. Вот этот «Титан», главная героиня девушка, она серийный убийца. И, значит, сюжетная картина начинается с того, что она, будучи маленьким ребенком, попадает в автокатастрофу. Ей вставляют титановую пластинку в голову. И, значит, вот сейчас будет сцена, значит, происходит некий такой мистический акт, она совокупляется с автомобилем. И она беременеет от автомобиля. А, значит, ну, ха-ха, да. Но это не смешно, потому что режиссерка снимает это на полном серьезе и с полным драматическим накалом. Таким образом, женщина с титановой пластинкой, значит, в голове, после совокупления с автомобилем, с буквальным автомобилем, мы сейчас это увидим, ну, в деталях не будем смотреть, начало посмотрим только, да, у нее рождается, она становится беременной, да, при этом ее, естественно, преследуют, потому что она совершает там убийство за убийством с невероятным жестокостью, при этом у нее перверсивная гендерная ориентация, она лесбиянка еще, значит, мужчина она уничтожает такой волшебной заколкой, которая у нее в голове, и она вынуждена скрываться от всех, она, значит, обревает себя наголо и становится таким мальчиком. При этом она вынуждена постоянно скрывать ее растущий живот, она перебинтовывает себя, снята с предельным натурализмом, перебинтовывает себя эластичными бинтами и так далее. В конце концов, вот этому бедному загнанному существу, которому волей-неволей начинаешь сострадать, у нее появляется некий покровитель, такой странный пожилой человек, который находится в фармакологической зависимости, там, не в наркотической, а в фармакологической зависимости от определенных препаратов. Он становится ее покровителем. Он пожарный по профессии. И фильм заканчивается тем, что героиня, значит, уже беременна, скрывать невозможно. И она, значит, мы увидим эти кадры, она рожает, значит, некое существо. При этом в процессе родов у нее лопается живот, и выясняется, что у нее, собственно говоря, внутри живота некий такой титановый находится, такой титановая сфера. Из этой титановой сферы рождается младенец, главная героиня умирает при родах, и, значит, счастливый приемный отец принимает новорожденное дитя, у которого мы видим титановый позвоночник. Да, вот такая, собственно говоря, картина. Кстати говоря, реализована вся эта, в общем-то, как бы на первый взгляд бредовая история. На самом деле история совершенно не бредовая, архетипическая. На очень достойном кинематографическом уровне, не случайно. И я прошу обратить внимание, что эта картина получила первый приз на Каннском кинофестивале. То есть это не какой-то маргинальный, понимаете, объект, потому что маргинальных объектов, да, где женщина совокупляется с какими-то, значит, роботами, и где там их масса, там, категория 4X порно и так далее. То есть этого кинематографического трэша валом производит современная цивилизация. Здесь мы имеем дело с таким уже нормативным художественным жестом. Да? Первый фильм, значит, госпожа Жюли де Курно,
Она недавно закончила, достаточно молодая женщина, недавно закончила свое обучение. Первая картина у нее называлась «Сырое», как-то такое. А там речь шла об антропофагии. То есть главная героиня ее, вот этой первой картины, она, собственно говоря, «Сырое» картина называлась, да, «Сырое». Она была поражена манией поедания живых, вообще живого всего. И, значит, в конце концов, она ест людей, и фильм заканчивается тем, что оказывается, что и мать ее тоже кушала людей, и папа, ее папа раскрывает свой торс, который весь покрыт шрамами, и говорит, она мне неоднократно пыталась съесть. Ну, раз мы победили эту, значит, мы же победили, твоя же мама, мы прожили счастливо всю жизнь, то справимся и с твоим, как бы, таким недугом. Научимся с этим жить, понимаете? Вот в чем главный слоган. Давайте учиться с этим жить. Посмотрим, что нам предлагается, с чем нам предлагается учиться жить. Так, дети от экранов в сторону. Я когда читал отзывы про этот, ну, как бы критические такие отзывы про этот фильм, ну, там люди сказали, ну, в общем, знаете, так, как бы со смешком отнеслись ко всей этой истории, к зачатию от автомобиля. На самом деле, картина очень серьезная, и режиссерка снимала ее с абсолютно серьезным цивилизационным посылом. То есть перед нами фактически прошла только что сцена антирождества. То есть и вся эта история, вообще говоря, это перверсная история, евангельская история. Женщина, вот эта как бы героиня такая, она, в общем, новая святая фактически. Это страдалица, весь фильм она страдает. Значит, это страдалица. А вот этот человек пожарный, который, собственно, принимает эти роды, конечно, это такая вот, опять же, перверсная копия праведного Иосифа. Да? И в результате на свет рождается Титан, это очень важно. То есть, собственно, что такое Титан, кто такой Титан? Это есть вот тот самый младенец, который, долгожданный младенец, который явился в свет. И, в общем, мы видим совершенно справедливо, постмодернизм Александр Сергеевич Дугин оценил как новый этап титаномахии. То есть в очередной раз титаны из бездны восстают против олимпийских богов. Да. Мир тьмы, мир детища Великой Матери начинает свое восстание. Первые поднимаются, первые титанические личности поднимаются из этих глубин. Конечно, они пока поднимаются на уровне эстетических объектов. То есть и кинематограф в этом случае как бы дает тонкую плоть вот этим идеям, этим интуициям. И очень характерно, что все ее картины получают восторженные рецензии. Ну и женщина получает, режиссерка получила, еще раз повторюсь, главный приз в Каннах. Интересно посмотреть, кто получит в этом году главный, собственно говоря, приз. Так вот, что происходит с постмодернистским искусством? Оно принципиально, во-первых, оно принципиально стирает грань между искусством и неискусством, понимаете? Художник в постмодернизме становится максимально свободным. Свободным даже от создания самого эстетического объекта как такового. Происходит маргинализация. Радикальная маргинализация искусства. Возникает интерес к различным перверсным формам эстетической деятельности. Деятельности там, социальных аутсайдеров, наркоманов, людей с психическими отклонениями, людей, одержимых различными фобиями, перверсиями и так далее, так далее, так далее, так далее. Весь этот слой, он вбрасывается в официальный дискурс искусства. И это происходит и в кинематографе, который начинает обращать свое внимание на те категории, которые раньше, ну, как сказать, которым был закрыт вход в благородный дом. А за всю историю кино, особенно за 70-е, 80-е годы, когда начинает бурно расцветать порноиндустрия, производится огромное количество трэш-кинематографа. Кинематограф – это так называемая категория B-movie. И вот в этом-то темном подполье производятся на свет Божий, конечно, весьма интересные объекты. И теперь на сегодняшнем этапе мы видим, как эта эстетика, перверсная эстетика, темная эстетика, она начинает входить в русло уже такого официального большого кинематографа, начинает транслироваться по вот таким вот официальным уже, как бы я бы сказал, таким каналам.
И здесь принципиально важна как раз вот эта вот система кинофестивалей, потому что ведь всегда в обществе существовала некая социальная инстанция, которая маркировала, которая определяла, что хорошо, что плохо, как отделить эстетический объект хороший от плохого, понимаете? Всегда существовала некая социально выделенная инстанция, которая говорила, вот это хорошо, это плохо. Не всегда она была справедлива, эта инстанция, но тем не менее она всегда существовала. В разные эпохи разные выделялись социальные инстанции для оценки того или иного произведения искусства. Да? Что произошло, уже стало происходить в эпоху модерна, особенно активировалось в эпоху постмодерна, возникла система кинофестивалей. Ну, мы все знаем это. Венецианский кинофестиваль, кинофестиваль в Каннах, Берлинский кинофестиваль и самая важная, престижная премия «Оскар», которая родилась в Соединенных Штатах Америки. Так вот, именно эти институции социальные стали определять, что в мире кинематографа хорошо, а что, собственно говоря, в мире кинематографа плохо. Таким образом, авторитетное жюри в Каннах сказало, что вот это то, что мы видели, это хорошо, это правильно. И в этом направлении нужно двигаться. Если вы хотите... Режиссеры будущего, обращаюсь к вам. Если вы хотите получить в Каннах премию, пожалуйста, двигайтесь в этом направлении. И успех вам будет гарантирован. А давайте посмотрим, что происходит параллельно в мире живописи, чтобы вот мы, так сказать, кинематографический постмодернизм оценили. Давайте посмотрим уже таких вот, так сказать, почетных, заслуженных художников, пожилых людей уже, да, там, за 80 картин, которые будем сейчас смотреть. Ну, давайте оценим. Вот замечательная дама, Яёи Кусама, такой классический представитель как раз эстетики постмодернизма. Японская художница, ей уже там за 90 крепко, живет в клинике для душевнобольных. Является де-факто одной из самых дорогих художниц на современном арт-рынке. Вот подобного рода произведения с извивающимися фаллическими формами, в общем, чрезвычайно востребованы. Следующие ребята, вот... Это, на самом деле, вот это направление очень люблю, лично, персонально люблю, так называемые новые дикие художники. Это последнее направление, которое вот так же, как Ларс фон Триер, стоит между постмодернизмом и модерном, между постмодерном и модерном, также и вот новые дикие, это как бы последнее направление эпохи модерна, такие вот ветераны, так сказать, закатывающиеся эпохи модерна, которые еще, с одной стороны, оставались на, все-таки на территории модерна, и как-то они какие-то создавали определенные эстетические правила, они как-то группировались в какие-то, значит, художественные объединения, но уже в своем творчестве, конечно, они отразили идеи постмодернизма. И именно в их творчестве вот были вброшены в изобразительное искусство такие совершенно маргинальные, как бы сказать, маргинальные изобразительные объекты, рисунки душевнобольных, рисунки детей, значит, и вот в частности вот этот художник Георг Базелиц, немец, он все свои работы экспонировал вверх ногами. Ну, не все, но вот в данном случае это реально. То есть он делает эстетический объект, картины, они, как правило, сегодня очень большие, но он переворачивает вверх ногами. Очень многозначительный жест. Ну, вот его работа, например, «Велосипедисты» хорошие. А это вот еще один замечательный. Это уже классики. Их работы стоят дорого на арт-рынке. И, в общем-то, это заслуженные художники. Ну, можно сказать, такой народный художник Российской Федерации сейчас перед нами. Зовут его Ральф Винкер на самом деле. Но он выступает под псевдонимом А.Р. Пенк. Вообще, псевдонимов у него было много. Да? Вот новые дикие художники. Вот еще его работа. Ну, видите, достаточно... такая характерная пиктограмма для него, гипертрофированные половые органы, возвращение иногда кажется к наскальной живописи, к вот таким вот каким-то совершенно примитивным формам, агрессия, поедание друг друга, ужас, насилие, это все присутствует в работах этого художника. Да? Но на самом деле, давайте-ка мы посмотрим еще вот такую работу. Это Леонардо да Винчи. Понимаете, на самом деле... Между Леонардо и вот условным Георгом Базелицем или Ральфом Винкером существует цивилизационная связь. Они дети одной парадигмы. В принципе, они говорят в каком-то смысле одно и то же, только очень разными языками. Да? Дальше. Принципиальный момент в искусстве постмодернизма занимает рынок. То есть социальная, той самой социальной инстанция, которая маркирует эстетические объекты, становится рынок. При этом сама категория арт-рынка, она как бы сакрализуется, что вообще характерно для современного общества. Рынок – это некая божественная стихия, которая сама определяет, что хорошо, что плохо. Да? Все очень просто ведь, понимаете?
Если тебе платят деньги, ты хороший человек. Если тебе не платят, ты плохой человек. Если у тебя 10 тысяч подписчиков в Инстаграм, ты хороший. Если у тебя 2 подписчика, ты плохой. То же самое происходит с произведениями искусства. То есть художник, с одной стороны, максимально освобождается от всех эстетических категорий, от всех нормативных заданий, даже от создания самого внятного эстетического объекта, но он отдается в тотальное рабство рынку. Рынок – это непростая, на самом деле, история, потому что у рынка всегда есть определенная структура. Это так кажется, что это некая божественная стихия. У рынка всегда есть хозяева. Да? Всегда есть некая система социальная по типу вот международных кинематографических фестивалей. Существуют художественные выставки, биеннале, на которых эксперты четко оценивают то или иное произведение искусства, задают определенное направление. Посмотрите, жидким обществом очень удобно управлять. Да? Потому что бог жидкого общества – это тотальный гедонизм и деньги. Поэтому достаточно сформировать некий социальный заказ и профинансировать его. И само жидкое общество, в том числе и художники жидкого общества, постмодернисты, автоматически потекут в этом направлении. Именно так и работает структура арт-рынка в современном мире. Да? Соответственно, кинематограф идет... Процессы, которые идут в кинематографе, идут совершенно параллельно этим же процессам. То же самое, кинематографическое творчество отдельного режиссера атомизируется, он становится атомом. Если раньше художники как-то укладывались в какие-то стилистические границы, значит, мы можем сказать, что этот человек неореалист, а этот человек там еще какой-то там социалистический реалист, то сейчас нет, каждый кинохудожник – это абсолютно автономная структура, да? Тотальная коммерциализация кинематографа, абсолютно, просто тотальная, безоговорочная. То есть про какое-то там свободное, независимое кино речи не идет. Да, снимается фестивальное кино, но это фестивальное кино тоже снимается по четкому социальному заказу. И, конечно, пришествие новых технологий, вторжение компьютерной графики, которая позволяет самым радикальным образом изменить саму кинокартинку. Наконец-то вот это вот... гегемон в виде кинокамеры, он убран. Теперь гегемон новый. Это компьютер, и это человек, который делает синтетическую компьютерную графику. Да? И как результат всего этого процесса, собственно говоря, сам творческий акт, само творчество, как мы говорили, есть творческий акт, есть эстетический объект, есть люди, которые его созерцают, он просто схлапывается. Его в постмодернизме как таковым нет. Его заменяет некий симулякр творческого акта. Да? Художники кино стоят, если, например, живописцы могут вот такие нарисовать условные каляки-маляки, да? При этом у того же, например, Пенка работы колоссальных размеров. Просто колоссальных. То есть его мастерская – это какой-то бывший сталелитейный цех, если память не изменяет. Это там буквально там 50 метров на 80. Он шваброй все это делает. То есть это колоссальный труд. По существу даже вот такую маленькую фигурку нарисовать требуется, в общем, поработать на самом-то деле. Так вот, значит, кинематограф-то вынужден создавать все равно картинку реалистическую в той или иной степени. Потому что кинематограф надо смотреть. Его надо смотреть на протяжении часа, полутора часов. Никуда не денешься. Ты не будешь смотреть полтора часа на вот Пенка. Умрешь. 5 минут посмотрел – достаточно. А кинематограф живет в большом времени. Да. Поэтому новые эстетические идеи практически отсутствуют. Что остается делать кинематографистам? Как, собственно, картинку создавать? Как ее делать-то теперь? Понятно, как делать. Это все предельно так, автоматизировалось. То есть современное кино снимается по четким производственным лекалам. Возникает так называемое сюжетное кино. То есть если мы снимаем боевик, мы понимаем, что он сделан по определенным законам. Эти законы уже прописаны. Если мы снимаем порнографический фильм, у него есть свои определенные законы. Если мы снимаем семейную драму, она тоже совершенно четко структурирована. Важно определиться, что мы делаем. В этой ситуации практически исчезает позиция режиссера. Его нет. Он становится просто технически нанятым человеком. В отличие от режиссерского кино 60-х годов, когда именно режиссеры являлись подлинными кинохудожниками. Тот же Тарковский, тот же Бергман. И, кстати говоря, тот же Ларс фон Триер. Так вот, эта позиция исчезает. Возникает принципиальная фигура куратора или продюсера, то есть человека, который, собственно говоря, формирует определенный заказ вот в этом жидком кинематографическом сообществе, которое является подкастой жидкого общества социального, да, и при этом в этом отдельном бассейне ценовая планка очень высокая, то есть если вы попали в бассейн Голливуда и заняли там какую-то позицию определенную, то вы будете получать очень хорошие деньги. Выделитесь среди вот этого жидкого общества, да?
у вас все будет хорошо в каком-то смысле. Поэтому идет борьба за попадание в этот бассейн. Устанавливается система фильтров. И как бы талантливые действительно люди тратят свой талант, свое время для того, чтобы проникнуть в эту категорию, для того, чтобы им наконец-то что-то поручили сделать. И вот эта сакральная фигура заказчика, продюсера, на самом деле за продюсером стоит еще более крупная фигура, которая принципиально формирует вот это смысловое поле. Но это мы видели это на предыдущей лекции, которая посвящена американцу. Фамилию из головы вылетела, который снял «Головоластик». Значит, вот он там показывает, прямо прямым текстом показывает эту загадочную фигуру, вот этого принципиального заказчика. Он его показывает как некого такого загадочного карлика, который сидит в инвалидной коляске, такой практически в барокамере, и формирует, собственно говоря, вот, задачу для, уже для продюсерского цеха. А продюсеры уже дальше идут к режиссеру и говорят то, что он должен сделать. На самом деле, он, конечно, Дэвид Линч. Линч, конечно, как бы шутейно эту ситуацию изобразил в своем стиле, в таком черно-юмористическом таком стиле. Но по существу это коррелируется с действительностью на самом деле. Поэтому сегодня в современном кинематографе принципиальная фигура, еще раз, это продюсер. Принципиальная фигура. Да? Поэтому как, например, формируются заказы для российского кинорынка? Значит, поскольку в России денег нет, поэтому создать полноценное коммерческое кино, которое может конкурировать с западным, мы не можем. Ну, просто у нас нет таких технологических возможностей. Поэтому наше так называемое коммерческое кино – это убогая копия западноевропейского. Ну, единственное, оно делается с неким национальным колоритом, и как бы местный паблик, условно говоря, это потребляет. У нас возникают свои маленькие такие звездочки, но все они с тоской и вожделением смотрят на благословенный Запад. Как бы. Человек, приехавший из Голливуда, это практически святой, который там, ну, их там по пальцам можно пересчитать, наши кинодеятели, которые так или иначе взаимодействовали с системой Голливуда. Так вот, единственный канал, по которому можно перетечь на Запад, это фестивальное кино. Поэтому возникает совершенно особая категория российских фильмов, которая называется фестивальное кино. Да? То есть руководством кинофестиваля формируется определенный социальный заказ. Дальше эти люди обращаются к конкретным продюсерам, которые находятся здесь. И уже эти продюсеры нанимают режиссеров, которые должны снять именно тот кинематограф, который подходит под ту политику, принципиальную смысловую политику, которую диктует тот или иной западноевропейский как бы, кинофестиваль. Так формируются наши фильмы, которые иногда даже побеждают. Кстати говоря, вот Звягинцев, последняя фигура, который, кстати, в Венеции победил, да? Или получает призы в Берлине и так далее. А вот этот отдельный пласт, отдельный слой картин, вот современное фестивальное российское кино, это, конечно, отдельные совершенно структуры, есть там свои лидеры, есть свои там художники, есть свои продюсеры и так далее, но мы в это углубляться не будем. Вот то, что происходит, собственно говоря, в эпоху постмодернизма в кинематографе. Триер стоит еще на пороге этой эпохи, то есть он уже, конечно, входит в эту эпоху, он уже чувствует эти веяния. Так вот, что в этой ситуации делать кинохудожнику, для которого все-таки создание кинематографического произведения – это принципиально важный антропологический акт. Это и есть его жизнь в каком-то смысле. Это и есть его религия. Да? Вот, давайте еще раз вернемся. Мы сегодня в основном цитируем две картины Триера: «Идиоты» и «Рассекая волны». Дальше мы поймем, что это обосновано. Посмотрим, значит, как, собственно, реагирует Триер на эту ситуацию, на эту травматическую. В общем, ситуация травматическая для настоящего художника, потому что в таких условиях создавать полноценный эстетический объект, ну, честно говоря, не очень возможно. Это, вот, кстати говоря, почему в современной России нет кинематографа. То есть кинематограф есть. Но эстетических объектов реальных, которые были бы сопоставимы и с западными коллегами, и с предшественниками, да, которые там в те же 60-е годы, их практически нет. То есть мы можем их пересчитать по пальцам. Там раз, два, пальцы кончились. Давайте посмотрим, как реагирует Триер. Он реагирует фильмом «Идиоты». На самом деле мы уже видели кусок с групповым сексом. Давайте посмотрим еще один не менее идиотский фрагмент. Да, я большая и грязная свинья. Только не в сравнении со мной. Ты не свинья, ты просто эгоист. Я свинья по отношению ко всем, кого я знаю. К Катрине, моей жене. Ничего себе. Ты так и сильно придуривалась, что допридуривалась до иранской икры. Я уже видел, спасибо. 1800 крон, с ума сойти. Обалдеть.
Чего вы тут ковыряете? Мы, черт возьми, в фешенебельном районе, должны есть икру, как здесь принято. Давайте, налегайте, не стесняйтесь. Если можно валять дурака с йогуртом, значит, можно и с икрой. Еще одна характерная фотография Триера. Так вот, как реагирует Триер? Реагирует в том числе фильмом «Идиоты». Посмотрите, по смыслу, по нарративу такой типичная постмодернистская конструкция. То есть идиоты такие, аутсайдеры модерна. Да? Для общества модерна это аутсайдеры. Объявляются людьми будущими, такие, знаете, счастливые идиоты, которые объединены в какую-то абсолютно идиотскую социальную коммуну с полной распущенностью, там, групповым сексом, отсутствием какой-либо целенаправленной деятельности. Вполне такой себе, знаете, левацкий постмодернизм, да, такой вот как бы корневой, я бы так сказал. То есть одно из направлений постмодернизма, да, вот мы видели титаническое направление постмодернизма, мы видели такое игровое, вот эта реклама Пака Рабана, обратите внимание, там очень интересные персонажи все мелькают, они далеко не случайные, подбор этих людей. Вообще говоря, эстетика рекламы и эстетика особенно музыкальных клипов дает очень богатый материал для анализа искусства постмодернизма, особенно ну, каких-то таких вот таких радикальных рок-групп, которые уже, в общем, вполне состоявшиеся, могут позволить себе потратить большие деньги, чтобы снять там трехминутный клип. Там есть много чего интересного на самом деле. Так вот, как реагирует Триер? Давайте. Значит, среагировал он очень быстро. Среагировал он в 95-м году. А это был такой год непростой, это столетие со дня, собственно, рождения кинематографа. Очень, так сказать, бурно, пышно отмечалось в Париже. Вот в Париж заявился Ларс фон Триер и объявил, что он написал манифест. Кинематографический манифест. Уже сама по себе новость. И он его обнародовал, этот манифест. Давайте мы не поленимся и почитаем, что это за манифест. Назвал манифест очень характерно «Догма 95». 95 это год, ну, название «Догма». Итак, что пишет Триер и его единственный соавтор? «Догма 95 – это акция спасения. В 1960 году были поставлены все точки над «и». Кино умерло и взывало к воскресению. Цель была правильной, но средства никуда не годились. Новая волна кинематографа 60-х годов оказалась всего лишь легкой рябью волны, которые омыли прибрежный песок и откатились. Антибуржуазное кино превратилось в буржуазное, потому что основывалось на теориях буржуазного восприятия искусства. Концепция авторства с самого начала была отрыжкой буржуазного романтизма, и потому она была фальшивой. Согласно догме 95, кино – это не личностное дело. Сегодня буйство технологического натиска приведет к экстремальной демократизации кино. Впервые кино может делать любой. Но чем более доступным становится средство массовой коммуникации, тем более важную роль играет его авангард. Не случайно термин «авангард» имеет военную коннотацию. Дисциплина. Вот наш ответ. Надо одеть наши фильмы в униформу, потому что индивидуальный фильм – фильм упадочный по определению. «Догма 95» выступает против индивидуального фильма, выдвигая набор неоспоримых правил, известных как обет целомудрия. Согласно «Догме 95», кино – это не иллюзия. Натиск технологий приводит сегодня к возведению лакировки в ранг божественного. С помощью новых технологий любой желающий в любой момент может уничтожить последние следы правды в смертельном объятии сенсационности. Благодаря иллюзии кино может скрыть все. «Догма 95» выступает против иллюзий в кино, выдвигая набор неоспоримых правил, известных как обет целомудрия. 95-й год, Париж. Ну вот публика, там декольтированные дамы сидят. Икру кушают, вот как эти идиоты. И вот появляется человек, который вот такой зачитывает. Ну, по стилистике напоминает, знаете, манифест ранних 20-х годов, советский. «Сбросим Пушкина с корабля революции», да? Примерно то же самое. Ну, по стилистике, опять же. Но там, на самом деле, очень интересные моменты по содержанию. Вообще, манифесты писались в парадигме модерна. Таким образом, уже с той одной ногой в постмодернизме, обращаясь к постмодернистской публике, Ларс фон Триер самой формы эстетического манифеста уже позиционирует себя художником глубоко несовременным, как бы таким архаиком, который восстает против духа времени,
Не надо писать никакие манифесты, надо деньги зарабатывать, нормальное кино снимать, которое люди будут смотреть. Вот, а не вот это все писать, акция спасения, что-то там еще, да? То есть уже сама вот эта вот форма, это уже вызов некий, да? Давайте посмотрим, какие тезисы, собственно говоря, вот в этом достаточно сумбурном, да, таком нарративе прослеживаются. Тезис очень интересный. Тезис первый: кино умерло. Не поспоришь. Вот просто не поспоришь. Потому что действительно, начавшись с иллюзиона, с банального технологического аттракциона, именно с этого и началось кино, потихоньку оно превратилось в некое синтетическое произведение искусства, которое имело несколько вершин. Первая вершина – это 20-е, 30-е годы, конец 20-х, начало 30-х. Вторая вершина – 60-е, про которую как раз и говорит Триер. Да? И действительно, это кино носило антибуржуазный характер. Дальше кино начинает медленно… Кино как искусство, понимаете? Как эстетический акт, как эстетический объект. Это очень важно. Как коммерческий объект оно продолжает существовать прекрасно и будет существовать до скончания века. Но как эстетический объект оно свое существование прекращает. Да? Оно умирает, как эстетика. Да? Умирает в объятиях новых технологий. Новые технологии, продюсерское кино… Абсолютный диктат рынка и коммерциализации убивает кино как форму художественного художественной деятельности. Триер абсолютно прав. Кино умерло, да. На что претендует Триер? Что его манифест, догма, это есть спасение. Догма должно, манифест этот, он должен спасти кино как искусство. Дальше посмотрим, как Триер предлагает спасать киноискусство. Тезис второй. Настоящее кино должно носить антибуржуазный характер. Прекрасный тезис. Понимаете, вот на уровне тезисов готов подписаться с любым пунктом догмы. Да? Потому что почему? Потому что буржуазное кино создает индивидуум. Совершенно верно. Потому что и главный концепт эпохи модерна – это индивидуум. Да? То есть кто должен создавать новое кино по мысли Триера? Хотя он это вот не пишет эксплицитно, но это совершенно очевидно, что должен создавать кино художник, перешагнувший пределы буржуазного индивидуализма. Понимаете? И самое интересное, что в этом пункте Триер абсолютно совпадает с позицией художников премодерни, с позицией художников средневековья. Да? И об этом же говорит Бергман, который говорит, что я завидую строителям Шарского собора, которые были анонимны. Меня позиция, индивидуальная позиция буржуазного художника в современном мире, лично меня, Бергмана, глубоко травмирует, говорит Бергман. Да? Примерно то же самое говорит Триер. Так вот, в системе, посмотрите, в системе Средневековья, да, что создает художник? Да. Художник создает эстетический объект, который функционирует в религиозной системе. В религиозной системе, это очень важно. Поэтому он создает этот объект, соблюдая совершенно определенную систему правил, то есть канон. Практически догму. Поэтому его индивидуальное творчество приобретает соборный канонический характер в структуре средневекового христианского общества. Триер пытается, строго говоря, выстроить то же самое. Да, то же самое. Но вместо религиозного канона он предлагает некий свой канон. Какой, мы почитаем дальше. Так вот. Поэтому он и говорит, что кино – это не личностное дело. И неоспоримое правило, которое он называет обетом целомудрия, абсолютно религиозное название, практически монашеский обет, это и есть фактически некая реплика на средневековый религиозный канон. И дальше еще одна очень интересная и важная мысль. Кино – это не иллюзия. То есть Триер хочет отвергнуть иллюзорный характер искусства. Вспомним, когда проник сам иллюзорный характер искусства в европейскую эстетику. Об этом мы говорили, начиная с условного движения реализма. Вот тогда иллюзорность проникает как категория в искусстве. Когда художники начинают тратить свое время, свои усилия на создание художественной иллюзии. Триер пытается вернуться вроде бы, на первый взгляд, в ту же точку. Отвергнуть иллюзионизм. А как можно окрестить тогда, значит, ту же, например, иконопись, да, или какие-то прочие сакральные виды средневековых искусств? Конечно, это мистический реализм. Мистический реализм – это очень важно. То есть не номинальный реализм, а мистический. Потому что и слово «реализм» здесь возникает в силу причастности эстетического объекта к реальной, действительно религиозной жизни.
Поэтому он становится реальным. И поэтому одновременно становится мистическим. Да? Новый реализм, реализм Возрождения, уже рвет эту связь, декларирует эстетический объект как самодостаточное пространство. Да? И вводит иллюзионистский эффект. Триер пытается вернуться назад. И для этого он предлагает совершенно конкретную систему правил. Давайте почитаем, что предлагает Триер. Итак, в сокращенном варианте. Обет целомудрия. Ну, просто звон колоколов, люди одеты в черное. И Триер в роли такого настоятеля монастыря. Клянусь, следуя следующим правилам, выведенным и утвержденным догмой 95. Первое. Съемки должны проходить на натуре. Нельзя использовать реквизиты декорации. Второе. Музыкальное сопровождение не должно идти отдельно от изображения. Музыка не может звучать в фильме, если она реально не звучит в снимаемой сцене. Камера должна быть ручной. Любое движение или неподвижность диктуется только возможностями человеческой руки. Фильм должен быть цветным. Специальное освещение не разрешается. Оптические эффекты и фильтры запрещены. В фильме должен содержать мнимого действия. Убийство, стрельбы и тому подобное. Убийство, стрельба и тому подобное не могут быть частью фильма. Сюжеты, где действия происходят в другую эпоху или в другой стране, запрещены. Действие должно происходить только здесь и сейчас. Жанровое кино запрещено. Формат фильма 35 мм, узкая пленка. Имя режиссера не должно фигурировать в титрах. Отныне клянусь в качестве режиссера воздерживаться от проявления личного вкуса. Клянусь воздерживаться от создания произведений, поскольку мгновение ценнее вечности. Моя высшая цель – выжить правду из моих персонажей и обстоятельств. Клянусь исполнять эти правила всеми доступными средствами, не стесняясь соображений хорошего вкуса и каких бы то ни было эстетических концепций. Сим, подтверждаю мой обет целомудрия, Копенгаген. Понедельник, 13 марта 1995 года, от имени Догмы 95 подписали Ларс фон Триер и Томас Винтерберг. Вот так. Значит, опять же, что здесь нам, по сути, говорит интересного Триера? Во-первых, он постулирует очень интересную вещь. Он говорит, мгновение ценнее вечности. Это, понимаете, в средневековой эстетике, к которой мы только что вроде бы выстроили шаткий мостик от манифеста «Догма 95», буквально не остается ничего, потому что для средневекового искусства вечность, архетипы доминируют над как бы текущей реальностью. Триер говорит, нет, для меня важен момент. Момент, понимаете? По существу, опять же, вспоминая, как мы описывали историю развития живописи европейской, мы понимаем, что Триер пытается осуществить то, что делали в начале 20 века французские художники-модернисты, которые восстали против догматического материализма и против слепого подражания природе. Да? Триер пытается в эту точку как бы, да, прийти. Но возникает вопрос, к какой реальности хочет вернуться? Хорошо, он ушел от иллюзии, но что такое реальность с точки зрения, действительность с точки зрения, понимаете, кинематографа? Это большой вопрос, потому что любой эстетический объект имеет сложную структуру. Это вообще отдельная тема. Он имеет многослойную структуру. Обычно это эксплицитно явлено в виде такой банальной оппозиции формы содержания. Есть некое содержание, есть некая форма. На самом деле структура гораздо сложнее. Существует масса переходных периодов, масса слоев, таких градуальных слоев, которые простираются между тем, что мы называем содержание, и между тем, что мы называем формой. Да? То есть, с одной стороны, вот где форма, здесь дальше идет материя, уже просто потому что эстетический объект – это материальный объект. А здесь мы имеем выход в трансцендентную сферу, потому что содержание, оно еще углубляется, еще дальше. В конце концов, оно может дойти до неких уже трансцендентных величин в искусстве. В этом и есть сила искусства. Так вот, но это в случае обычных нормативных видов искусства. Но кинематограф – это совершенно новая структура. Это синтетический объект, понимаете, который объединяет несколько видов искусств. Это некий такой хоровод муз. То есть здесь есть изобразительная реальность, картинка просто, которая коррелируется с живописью. Есть драматически-театральная реальность, которая связана с театром. Есть литературная реальность, есть сценарий, который лежит в основе картины. Это еще одна реальность. Есть музыкальная реальность и так далее. Масса реальностей, в конце концов. Есть реальность самой кинопленки или цифрового объекта в данном случае. Да? И при всем при этом существует еще отдельная, специальная, специфическая кинематографическая реальность, совершенно отдельная. Потому что кино, какой главный инструмент, с которым работает кино? Это время. Причем время, понятое в категории модерна, дискретное время, физическое время. Да?
именно время и операция, работа со временем является специфическим эстетическим инструментом художника кино. Так к какой реальности призывает нас вернуться Триер? Вот где в этом пестром мире, в этом синтетическом объекте, где он хочет поставить точку? К чему он хочет свести? В чем главный пафос его, собственно говоря, кинематографического манифеста уже в применении к реальности? А применение к реальности мы видели, фильм «Идиот». Он пытается вернуться, смотрите, ответ простой, он сам пишет, выжать правду из моих персонажей и обстоятельств. То есть Триера интересует реальность съемочной площадки. В чем метод Триера? Он собирает людей на съемочную площадку, дает им определенное задание. И это для него есть тот природный мир, который он фиксирует. Дальше люди начинают практически самостоятельно действовать в предлагаемых обстоятельствах. Да? И это фиксируется камерой практически в стилистике документального кино. Именно это и составляет, собственно говоря, метод Триера. Есть ли какие-то аналогии в истории европейской эстетической мысли? Конечно, есть. Концепция бедного театра Ежи Гротовский середины 60-х годов. То есть театр гораздо раньше пришел к этому постулату. Ежи Гротовский отказался от всего. От декораций, от костюмов, от ролей. Оставил на сцене голову актера, заключенного в черный кабинет. И посмотрел, что из этого получится. То есть спектакли Гротовского должны были родиться из таких минималистических жестов артиста на сцене. Он начинает исследовать, как будет вести себя артист, который буквально очищен от всего. То есть с него снято все. Сценарий, пьеса, роль, костюм, задание. Все, он просто один стоит голый в луче света. Что, как будет двигаться его тело? Как изменится выражение его лица? На основании этой структуры Гротовский строит свой театр, который практически, в общем-то, был сродни такой религиозной общине. В принципе, Триер пытается сделать то же самое, но на кинематографическом материале. Характерно, что единственная картина, которую Триер снял в этом стиле, это была картина «Идиоты» в 1998 году. И она, результат получился обескураживающе неудачным. То есть это буквально идиотский фильм. По всем параметрам идиотский. Он, кстати, пытался его снять сам как оператор, что характерно. Плохие съемки, неряшливые съемки, актеры, предоставленные сами себе, в общем, ну, как бы, собственно, делали то, что им заблагорассудится. Никаких четко выстроенных ролей, никаких вот эта попытка такой тотальной импровизации, попытка дураковаляния в кадре привела, в общем-то, ну, к такому достаточно слабому, честно говоря, результату. Поэтому и критика, и зрители вообще приняли эту картину очень холодно. Что спасло картину от провала? Картину спасла от провала хорошая сценарная идея. Так, нам уже надо близиться к концу. Да, значит, хорошая сценарная идея и тотальная ирония. Тотальная ирония, такой вот, как бы кинематографический, можно сказать, цинизм некий такой цивилизационный. Именно это и спасло картину от провала. Давайте посмотрим кратенько, собственно говоря, такой главный содержательный фрагмент этого фильма «Идиоты». Собственно, кроме него можно было, наверное, Триеру ничего не снимать. Триер с камерой. Итак, найти внутреннего идиота. Ну, прямая корреляция с романом Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Ситуация примерно та же самая на самом-то деле, да, абсолютно такая вот, как сказать, плотная цивилизация модерна, и вдруг в ней появляется человек, который несет в себе совершенно другое начало. И он воспринимается внутри этой цивилизации как идиот. Да? Что постулирует Триер своей картиной, своей идиотской картиной, нарочито идиотской картиной? Антропологический тупик модерна. Цивилизация модерна зашла в тупик. Она так и не сделала людей счастливыми. Люди перестали быть счастливыми в модерне. Да? Поэтому для того, чтобы стать счастливым, нужно найти в себе внутреннего идиота. Все эти люди, они, естественно, не больные, они нормальные. Они играют в идиотов. Да? Вот возникает фигура идиота, знаете, такого нового юродивого. Это альтернатива буржуазному обывателю. Ну, здесь Триер повторяет на самом деле ход, который уже с середины 60-х годов был очень активно использован в молодежной контркультуре, да. Идиотизм, он проник и в рок-музыку, и идиотизм за счет раскрепощения
тех же как бы сексотических каких-то вещей, употребления наркотиков и так далее. Все это, в общем-то, были тоже такие приступы как бы неоидиотизма. То есть новый идиот – это счастливый человек. Он должен сбросить оковы модерна, сбросить эту вот как чешую, эту структуру ложную, тяжелую, как панцирь, которая мешает мне, значит, быть счастливым. Я все это разрушу, и вот в этот момент я стану счастливым. Я буду есть икру ложками, совокупляться с кем хочу, писать и какать где хочу, и вообще делать все, что хочу. И я буду счастливым, если бы. Да. И мы видели целое социальное действительно движение, колонии хиппи и так далее, которые пытались выстроить жизнь именно по таким принципам, по принципу тотальной вседозволенности. Да? Но, к сожалению, выяснилось, что все эти помысли, в общем-то, действительно неплохие идеи, они концентрировались около таких принципиальных, тяжелых как бы пороков человека. Да? Но на наркотиках нельзя выстроить жизнь. Это просто невозможно. Ее может только разрушить. Ну, какое-то время ты можешь существовать там, в каком-то наркотрафике, но дальше ты просто рухнешь. Да? Это аксиома. Я доношу до людей, которые пытаются с этим экспериментировать. Это аксиома. На этом жизнь не построить. На сексе жизнь не построить. Обращаясь к семейным парам. Ну, это немыслимо, понимаете? Если вы это сделаете центром, вы рухнете. Просто рухнете. Это просто опыт поколений. Это не я лично придумал, да? Вот, значит, но тем не менее Триер снимает этот фильм, он тут тоже, конечно, травмирован модерном, еще с детства травмирован, да, ну, не только он, вспомним, например, замечательную песню, недавно переслушал, группа «Ноль», «Я родился на улице Ленина, и меня зарубают время от времени», это Ларс фон Триер, в принципе, такой вот, кстати говоря, русский рок в конце 80-х, в начале 90-х очень четко воспроизвел вот ровно этот же контекст. То есть русский рок – это, в общем-то, постмодернистское явление по своей сути. Ну, такой в его лучших как бы, там, представителях, там группа «Ноль», «Звуки Му», Петр Мамонов, уже усопший, «Аквариум» частично, ну и так далее. Не будем, это отдельная совершенно тема. Так вот, не буду отвлекаться. Значит, таким образом, идиоты терпят закономерную. Просто, ну, фильм просто проваливается. Да? И, вероятно, и сам Триер, конечно, это понимает, потому что больше он к таким экспериментам никогда не возвращается. Написав «Догму» как документ, он больше ни одну картину по этим лекалам не снимает. И это последняя картина, которую он снял как оператор. Больше он за камеру не лезет. Он приглашает классных, хороших, профессиональных операторов. Но при этом ставит им определенные задачи. Но еще раз напомню, что эту картину он снимает в 98 году, когда он уже создал полноценный кинематографический шедевр, который называется «Рассекая волны», о котором мы поговорим, наверное, в следующий раз, если в следующий раз будет. Так вот, «Рассекая волны», конечно, это шедевр мирового кино. Триер в этой картине как раз нащупал баланс между радикализмом своего манифеста и между классическим нарративом такого вот, как бы, ну, классического, того, что мы можем назвать классический кинематограф. Да? А, значит, что придумал, что сделал, что придумал в «Рассекая волны», собственно говоря, Триер, что позволило сделать эту картину кинематографическим шедевром? Во-первых, благодаря вот всем этим принципам, которые он только что сформулировал в документе «Догма», он предельно упростил съемочный процесс. Никакого дополнительного света, никаких дополнительных декораций, ничего как бы сверх такого вот то, что обычно отягощает кинематографический процесс. Он максимально опростил саму организационную структуру создания кинематографического эстетического объекта. Да? Подвижная легкая ручная камера. Такой очень странный, я бы сказал, идиотский монтаж, такой организованный хаос, такой спонтанный кинематограф, да, приближается иногда к эстетике документального кино. Все это позволило Триеру сконцентрироваться на, собственно говоря, на самой истории, которую он рассказал нам в картине «Рассекая волны». А вот эта история – это совершенно отдельная история, это трагическая история. Это Триер рассказывает ее как экспрессионист, рассказывает ее ради некого аффекта. И в полной мере можно сравнить эту историю, она очень тесно коррелируется с религиозной тематикой, можно сравнить по стилистике картину «Рассекая волны» с такой, знаете, средневековой притчей, упрощенной таким лубком назидательной истории. Да? И дальше Триер следует вот этому найденному в «Рассекая волны» рецепту.
Он, конечно, не всегда показывает нам, то есть в картине «Рассекая волны» он пытается показать святую, ни больше, ни меньше. Так же, как и в следующей картине «Танцующая в темноте», он пытается показать святую женщину. Святую женщину в эпоху постмодерна. Триер утверждает, что это возможно. И свою трилогию он называет трилогией о золотом сердце, что характерно. Главными героинями всех его картин является этой золотой трилогии, трилогия о золотом сердце, является женщина. То есть Триер выстраивает антропологию доброго сердца. Абсолютно религиозная, абсолютно средневековая такая антропологическая структура. Дальше он нам показывает антигероев. Картина «Нимфоманка», «Антихрист», дом, который построил Джек, он показывает нам совершенных антисвятых, абсолютных, ну, не абсолютных злодеев, а людей, которые захвачены стихией страсти, стихией зла, стихией преступления. Однако вот в 90-е годы он, Триер, пытается создать, ну, некий, я бы сказал, иконостас. И для того, чтобы вот окончательно как-то эту фигуру, ну, не то чтобы оправдать, но придать ей некий объем, такой вот как бы концептуальный объем. Надо сказать, что Триер всегда восхищался творчеством Андрея Васильевича Тарковского и, в общем-то, цитировал его работы в своем кинематографе. Да? В финале прочитаем две цитаты, очень интересные цитаты, которые посвящены как раз Тарковскому. «Я преклоняюсь перед Тарковским. Если бы не Тарковский, я не стал бы режиссером. Нет, конечно, «Антихрист» совсем не похож на его картины. Но «Зеркало» Тарковского – мой любимый фильм. И действие в нем тоже происходит в доме и в лесу. А вообще-то я всю жизнь воровал у Тарковского. И вот сейчас решил, что пора воздать ему должное. Дальше просто текст вот из какого-то там интернет-источника. Ларс фон Триер сообщил, что в настоящее время исследует противоречие между западной и восточной, между католической и православной церковью. Триер говорит: «Я заметил, что на Востоке очень важную роль играет свет, преображение. Свет для меня – это кино. Когда я смотрю Тарковского, я почти что плачу, потому что я реально вижу этот свет», – сказал режиссер. Ну вот такое совершенно неожиданное после всего, что мы видели, после идиотских фильмов, группового секса, хаотического монтажа, провокативных высказываний, вдруг неожиданно открывается другая сторона Триера, другая сторона Луны, и без этой другой стороны, без этой темной и в то же время светлой, мы, собственно говоря, творчество всегда будем воспринимать его очень, ну, как бы такой, так шаблонно, в одном ракурсе. Как правило, именно так Триера и воспринимает. Возможно, он сам этого хочет. Ну, поскольку, видите, всегда, завершая лекцию, хочу сказать, что всегда сложно говорить о живом режиссере. Его как бы он еще находится в процессе становления. Мы еще не знаем, что он, какая будет следующая картина, какой будет следующий эстетический шаг. Будет ли он вообще, в случае Триера уже, ну, человеку немало лет. Но тем не менее, вот эта принципиальная возможность еще какой-то картины, она, конечно, ну, во всяком случае, вот. В моем списке Триер занимает позицию того режиссера, от которого я жду, ну, я жду чуда от него. Ну, возможно, никогда не дождусь. Да. Всего доброго!